Nice. Так, ну что, всем добрый вечер. Привет, Мишутка. Здравствуйте, все остальные. Пару мгновений. Сейчас я в себя приду и будем потихонечку начинать Remnant с вами сегодня бегать. Ну, заодно подождем наших коллег. Надеюсь, подойдут всем. 5 секунд. Так, ну, я вроде бы все, в себя пришел относительно. Чай размешал, так что можно освежить в памяти, что у нас происходит. Ага, происходит у нас то, что денег нет, но вы держитесь по-прежнему, да? Все так же мы, в принципе, подкачаны настолько, насколько можно. Халявных очков таланта у нас нет. На вот это я хотел поставить другой модуль, я помню. Потому что замедление времени мне что-то не сильно нравится. Давайте пойдем это и сделаем, пожалуй. Это нам к тебе, старушка, да, надо подходить. Чего тебе? Надеюсь, ты не зря меня отвлекаешь. Ну ладно, такая фраза тоже, в принципе, ожидаема. Ну ладно. Так. Да-да-да-да-да. Вот это. Мы не можем изготовить, мы можем только вот так вот купить. Да? 1500 надо. 1500. Да, вот это, наверное, продадим. Да. Что мы еще такое можем отдать тебе? Что не жалко? Бинты можно отдать, в принципе. Вот искаженные алюминитовые кристаллы. Ну, я их редко использую, но, блин, вдруг потом пригодятся основательно. Или реликвии особо не использую. К тому же у меня ее до хрена. Да, давайте полиреликвии продадим. Угу. Пакпаем. На этом все. Я это все ми-ми-ми. Такс. Ты. Я тебе хочу поставить вот такую вот херню. Готово. Отлично. Потом, может быть, еще купим ствол помощнее, как вариант, да? Но подумаю над этим. Умф. Ага. Умф. Подходишь, хиляешь. Отлично. Отлично. Так, коллегу нашего пока не видать сюда. Я думаю, скоро. Скоро он явится. Давайте еще немножко пройдемся по городу. Босс сказал, что вы прошли через кристалл, а я не поверил. А теперь смотрю, ты через него возвращаешься. Да, прикинь. И такое бывает. Джифан входит и выходит. Это серьезно. Так, деды. Приветствую. Что у вас есть? Для друзей самое лучшее. Вдруг что-то новенькое появилось просто... Да не сказал бы. Если нужны. Ай, ладно, массы, давайте, короче, выдвигаться дорогу. Потихоньку. Подтянуться так подтянуться.
Ну, вроде в Дискорде ничего не пишут, значит, должны явиться на праздник. Так, я немножко опять постучу ложечкой. Чай размешаем и двинем. Так, а правильно ли я понимаю, что нам еще осталось раз, два, три? Нет, раз, два. Два мира. Да? Для исследований. Ну, алло. С этим трое. Здорово. Здорово. Декстер будет или что? А, фиг его знает, он в Эншрауде с лисярой. Что там в Эншрауде делать? Он какой-то странный. Эншрауде. Есть такое, да. Ну, мы его не осуждаем, если что. Да. А я вчера Monster Hunter прошел. А я видел. Короче, он не такой уж и длинный, как я думал. Но для меня это, ну как, для фаната. И в предыдущей части я играл. Для меня это, как знаешь, рекламная демка, короче. То есть мне вообще не хватило того, что там есть. Поэтому Iceborne мне... Ну, ништяк. Да, Iceborne, говорят, как раз таки есть основная игра, по сути. Ну, неплохой маркетинговый ход, но, в принципе, не разочаровывает в том плане. Так, что, тебе надо закупаться у кого-то? Да я закупился за кадром. Единственное, что кольцо поменяю только. Давай. Ой. Так, надо проснуться, а то я, блин, как обычно, Соня вечный. Уже понимаю, что сплю. Ну, я, в принципе, готов так-то идти. Тогда поехали. Здорово. Ой, здорово. Да я что-то так в Helldivers неплохо поиграл. Короче, тебе так скажу, вот теперь, да, по тесте в Helldivers. 10 уровень сложности, там тупо надо действовать командой. Вот не командой действуешь, все, это труба. Люди дезморалят, люди ливают, и задачи не выполняются. И наконец-то хоть игра дает тебе возможность не выполнять, ну, точнее, невозможно иногда выполнить все, ну, все вот объекты, которые там есть, все дополнительные задания со сложности, потому что там беспрерывные эти волны, еще крепость этих там автоматонов, если брать. Вот это жесть. Ну, блин, ты понимаешь, в чем проблема? У меня друзей нет, поэтому... Это нет. Вот же мы есть, алло. Кто мы-то? Ты тут один. Нет. Ну, он Декс, ладно, в Эншрауде сидит. Ну, я, Декс же были мы втроем. Лисяра там, ну... Да, следующего монитора можно поиграть с ним. А что, было бы на самом деле мемно, если бы второй еще монитор. Но надеюсь, он этого не сделает. Так, сейчас вспоминать еще управление. Так, вот тут слева что-то было, я помню. В прошлый раз. Я за кадром, у меня так такой же мир, я до этого корня у себя зашел, дошел. Вот, и все. То есть я тут все исследовал. Хотя вон там что-то есть. Наверное, твоя карта. Да, да, да. Поэтому там твой лут. Хотя я кольца корень, ну, когда корень еще раз уничтожил, у меня там вообще ничего не выпало. Не, у нас корня выпала фигня всякая разная. Ого, что это такое? Пердуха. Господи. Я сначала понял, потом не понял. Точнее, наоборот, короче. Так, ну ты тоже, видимо, не проснулся. Если человек, спутник или приспешник оказывается смертельно раненый или убитый, восстановите... А, ну это фигня. Ну как, не фигня, но прикольно. По-любому есть какой-то класс, который что-то там призывает, наверное. Если верить. Наверное. Челу, который тебе сказал, что там будет 13 классов. Так это же тебе, по-моему, чел говорил, разве нет? Тебе говорил. Блин, ты, я уже запутался в чела, да. Да эти челы, блин, приходят и уходят. Ел ты, чел, да, вот так начинается. Чел ты, чел ты, чел ты. На мотив Децла. Блин, что-то я думал, здесь тупик, а тут нихера не тупик, оказывается. Блин, короче, я у себя на карте, ну, в своем прохождении, типа, вот эту карту исследовал полностью. А у меня показывает, что я не исследовал нифига, потому что, видимо, твоя карта. Ну да, мой мир, поэтому. Это мой мир. Это просто, блин, эта фраза мне напомнила, ну, то, что, помнишь, ты недавно говорил по зомбоиду, соревнования там были. Ну, не соревнования, а челлендж. Там шустрило просто с такими, такой фразы убивал игроков. Это мой мир. Просто в моем магазине.
там что-то? У тебя или у меня? Да, у меня тут пупсичи. Секунду, я подпишу. Ау. Ладно, не сюда подпишу. Места нет. Выхилился только на пайна, ну, сойдет, в принципе, кстати. А это на флот хилит вообще. Фан, а ты ремнант смотрел в записи? Свой? Или твой? Ну, или свой, там, или мой, не знаю. Ну, и твой, я свой поглядывал. Я там по звуку что скажешь? Я ну, что-то... вроде нормально было. Нормально, да, все. Ну, я крутил спорил. До этого просто. Но мне кажется, громко сейчас. Не знаю, либо я после Mad Max, я по Mad Max играл, там, блин, некоторые звуки выкручены настолько, что ты не можешь на них повлиять, типа, они... Mm. Ну, кажется, я так, что я, очень типа, громко. Чуть-чуть смотрел буквально, тоже проверял, как бы, но не так. Но мне никто не говорил даже в чате, ты, народ. Ну, да. Единственное, что когда босс-файт, там, да, там заглушу. Ну, во время босс-файта, да, там шумненько. Я вот вчера перекрутил звук в Monster Hunter, и капец, я не знаю, я там сломался звук, короче. Он звучит как будто, типа, я нормально, а игра как будто в трубе находится. Типа, знаешь, я сижу там где-то на поверхности, а в канализации смотрю в монитор, типа. Что-то я заплутал, кажется, как будто бы. Обезьянки, да. Непонятные. Так, забираем все, ищем дальше. Что-нибудь любопытное тут? Бля, может действительно на пулемет перейти, с ним поноситься, но я свою винтовку уже настолько хорошо вкачал. Даже не хочется короче, ее менять. Короче, на Твиче сидел. Ну. И случайно нашел категорию диджей. Так. И... Ну... Короче, местами кринжанул, местами не... У меня бой. Сейчас чуть позже расскажу. Да у меня тоже началось что-то. Ау, блин, грубо. Все плохо. А куда он делся? Сдристанул куда-то. Простишка. Сначала, ну, мне понравился креатив паренька. У паренька не было никакого оборудования для того, чтобы диджеить. Он, короче, диджеил на сушилке. Ха, чего? И обычной кухонной тарелке. Написал, что он диджей-тарелка и просто танцевал под музыку. Вот от этого мне понравилось. Единственное, что мне понравилось. Это, наверное, самый лучший стример, в принципе. Это был самый лучший стример, да. Потом какая-то альтушка из Москвы. Я просто следил долго за ее руками и понял, то, что она... У нее записаны на двух дорожках, короче, то ли разные миксы, то ли уже записаны сеты, то ли вообще с Ютуба музыка. И она тупо крутит и нажмет те кнопки, которые, в принципе, жать, трогать не надо. То есть, которые не имеют смысла. И причем в чате все писали про это, но она, типа, саркастично смеялась, но... Я так понимаю, просто большинство и не знает, что на пульте диджейском, что означает. Поэтому никто там ничего особо не возникал.
Ну, я только посмотрел, послушал, вроде какая-то херню играет и все. Чем меня удивило, есть официальный канал Битпорта, это этот, ну, самый крупный магазин, mm-hmm. ой, этот журнал и торговая площадка по музыке. У них так мало подписчиков, но там такой сет играл, там мне понравилось. Mm-hmm. Там на Ибице, правда, был. Ну, как бы там, само собой, не могло не понравиться, но... Ну, в общем, категория диджея такая интересная. Короче, везде категории на Твиче есть какой-то кринж, вот я так скажу. Ну, естественно, куда без этого. Так. Там интересно, пареньку без тарелки никто не донатил, а альтушки, которые ничего не делают, ну, блин, донатили бешено. Да это классика жизни, на самом деле, тут без этого никак. Так, я нашел какой-то проход куда-то. А у меня портал здесь есть... тоже. Ну, типа, знаешь, которые как в локу новый ведет. Так, ну, если ты сейчас смотришь в его сторону, то это то, откуда мы пришли вообще. Так, я не понимаю, как ты отображаешься на карте. Я тебя не вижу на карте. Ты красненький? Нет, я оранжевенький. Такой желтоватый. У меня, короче, красная стрелка и написано три знака вопроса. То есть непонятно. Ну, вот я здесь двигаюсь, типа. А, это ты и есть, да. Все. Вот я нахожусь возле камня, и вот тут есть проход, по-моему, если вверх по камню. Чик-кивик, короче, сейчас к тебе приду. Давай. Что-то у меня это, не знаю, вроде нормально все, а я что-то это запинаюсь, блин, на ровном mm-hmm. месте. Тут все так скрипит прям. Не знаю, мне нравится, что тут лес просто. Растительность. Mm-hmm. Пух, она вроде не сливается в единую жижу. Ну вроде да. бы. Прикол. Жалко, танцулик нет. Ощущение, что я почему-то в своем прохождении эту локацию не находил. Хотя я обследовал все. Ну они же это самое, рандомазится. Нет, локации-то не должны же, и локации тоже рандомные. Тоже. Ну там не так уж и много как бы сетов, да, этих локаций, но тем не менее есть вариации. Я, кстати, вспомнил, я что хотел предложить. И тебе, и Дексу. Угу. Ремнат там пройдем. Можно... Почему бы нам не вернуться в Dying Light на DLC? А-а-а. Тем более оно короче, чем оригинальная сюжетка. Вот, ну, вот таким образом. Наконец-то вы созрели до этого. Ну я просто, я говорю, Фуриосу посмотрел, Безумного Макса прохожу, а там баги, можно закосплеить. Я, короче, вот так. Но это не скоро будет, потому что пока Ремнат пройдем, плюс отпуска, все дела там. А у тебя долго? 2 недели. Нормально. Блин, чай такой вкусный, кайф. Не могу прям насвариться, все. Хочется пить и пить. Я, кстати, знаешь, что понял? Mm-hmm. Вот у нас в инвентаре лежит зелье, которое с самого старта игры черепушка такая. Так. Когда кто-то из нас умирает, нам не надо бежать до камня, а если ничего важного кругом нету, выпиваешь его, и ты у камня будешь. Так оно же одноразовое. И мне кажется, оно не одноразовое почему-то. Mm. Ну, я не знаю, а я в магазине не видел, по крайней мере, бы продавали его. Я думаю, что ты его используешь, а оно потом как-то, ну... Ну, может быть, потестит потом, да. Ну или оставить на крайняк, если там прям совсем долго ходили мы. Да уж, жутковато. Такое, что тут жутковатого? Симпатичный, я бы сказал. О, головоломки пошли. О, да. Надо, походу, в линию их там выставить. Это похоже на этот, на двумерский обсерваторию Скайрима.
О, господи, да, это загадка. Солнце, так, луна, лайкнется света, эфиром материи 4. Двери напротив закрытые. Блин, тут надо читать, чтобы это самое разгадать. Фамилия. Так, начало. Я нашел начало. Давай. Короче, треугольник вершиной вниз. И кругляшок, короче, сверху. Короче, треугольник наоборот. Вот солнце и луна взошли на ясный небосклон. По воле и грядет рассвет и убыль бурных волн. Под ними далеко внизу, именно курсивом, внизу, на нитке жизнь висит, жизнь жирным. А в страхе жить или в радость, пусть дальше все, надо листочек искать. Короче, солнце и луна взошли в неясный, на неясный небосклон. Реально в стиле Pathfinder, мне там записки такие же находил, абсолютно, такие же стихи какие-то. Ну, короче, да, тут книжки валяются всякие разные. По воле грез, рассвет и бурных волн. Там явно дают понять, что вниз и жизнь. Внизу должна быть жизнь. Нам, походу, из теней надо фигуру, что ли, сделать или что? Так а вот же листочек прям. Да я его и читал. А. Там не хватает просто дополнения. Прикинь бы сейчас это. Чтобы дальше прочитать, купите DLC. Я бы не удивился. Почему? Если бы какой-то EA Games какой-нибудь. E-sports. Ну, короче, теперь вот в той комнате, можно, которая рядом с тобой, там есть отображение символов, что именно. Там, получается, мне нужны символы солнца и луны. Походу. И жизни внизу. Да. И надо накрутить. Надо же, я удивлен, что сработало. Я думаю, слышишь, что на дверях, которые закрыты, заперты, там как раз таки вот этот треугольник. А часы я пока не... Логично, что нам нужно как-то скомбинировать все это. Сейчас так, а комбанем. Ага. Так, солнце выглядит как такая. Я, кажется, что-то начинаю понимать. Солнце — это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмиконечная залупа. Луна — это круглая залупа, как символ Тау. Что там еще было? Солнце и луна. Да, погоди, я тут что-то пытаюсь сообразить, правильно ли моя теория. Нет, не знаю. Ну вот смотри, вот это солнце. Солнце, жизнь внизу, а жизнь как вы? Жизнь, по-моему, это вот это. Это жизнь? Да. То есть вот так вот выглядит моя жизнь. Вон вот там луна. Человек-муха вот это или что это? Сейчас скажу, что это. А так, ты второй лист находил какой-нибудь? Mm-mm. Так, это лань, походу. Там рога лань есть или нет? Кто есть? Рога. Нет, человек-муха, говорю. Тогда разоритель это. Вот тогда похоже, да. Что какой-то скоробей какой-то летающий. Вот это вообще какой-то лев. О, ну, вот так вот лев, кстати. Вообще, вот тут у меня бедствие, кровавая луна, надежда. И, походу, твоя последняя. Так, ну давай попробуем с... Ты где нашел вот это, то, что ты сейчас сказал? Талдиес, ты? Книжка. А, там еще книжка. Я предлагаю начать... О, ты что сделал? Я проверил еще раз свою теорию, и... Ну, тупо на рандом был, короче. Ну, типа да. Лук опять какой-то. Стрелец. Ну-ка, что она дает хоть? Но надо и другие двери открыть. Прик.
прикольная тема на самом деле. Самое интересное, у меня почему-то заряжание винтовки быстрее, чем вот у этих луков, всех, которых мы нашли, ну, скорость заряжания. У меня быстрее, чем на лук. Мне кажется, я думал стрелу достать, да? И поставить. Ну, как-то будет быстрее. А оказалось наоборот. Опа. Да, это то же самое. Нам-то две двери надо открыть. Подожди, а вот эта дверь открылась? Нет, она была открыта. А, да. Это начало получилось. О! Подожди. Все. У меня есть подозрение, что теперь нужно покрутить стрелку. Если честно. Во. Еще раз. Да, вот, блин, настолько мы с тобой обленили, что нам даже лень зачатки интеллекта использовать. Ну, заставим рандом, и все, да, уга-буга, блин, стоим, два таких. Надо пройти, короче, какой-нибудь Fallout с интеллектом один. Да-да-да, вдвоем причем, знаешь. Сколько? Эти избранные просто дебилы, ха. Типа, моя есть. О, человечек. Ну, там же, насколько я знаю, вообще есть же во всех частях. Там с третьего Fallout начинаю. Может быть, а, и во втором даже есть. Эти особые диалоги для ну да. низкоинтеллектуальных. Так, мы ничего не открыли, да? Ну, нам надо, короче, кровавую луну типа вызвать, чтобы дверь, как я понимаю. А это луна первая идет, потом разоритель, потом солнце. Просышкар. Ну, чтобы вот эту дверь открыть. Да, вот дергай у себя там, да. Крути, чтобы вот эта штука была вот здесь. Блин, она... Ну, ты понял меня. Наверное. Туда. Блин, я не вижу, куда метка у меня тыкается. Наверх куда-то. Я туда даже не смотрю. Так, стоп. Значит, чуть неправильно. О, нормально. Что-то произошло. Всё. Надо, как обычно, моя теория работает, надо еще раз прокрутить просто. Что в прошлый раз, что в этом. Капец. Такая мелодия, как будто мы, знаешь, в реалити-шоу каком-то участвуем. Что за подожди меня причем? Зерно веры. Так, ну давай, у тебя получается уши, куда дальше дергать, там последняя комната осталась. То есть рандом мой дом. Че у нас еще? А еще одна дверь осталась, да? Да. Пригодится. Там какие-то звуки были, что ли? Да это я случайно нажал. Господи, я думал, там кто-то пришел нас мутузить уже. Так, сейчас на рандомим. А, Джифан, я понял. Ты не поверишь. Етить, колотить меня просветление стукнуло в голову. Так, сейчас все сделаем. Короче, смотри. Объясняю. Посмотри на тень. Ну стой, не крути ничего. Посмотри на тень просто посередке. Вот видишь, я сейчас буду... А где эта самая срань-то? Типа как треугольник. Вот треугольник, видишь? Да-да-да. И посередке дырка. Вот надо такую же, в такое же положение туда поставить тогда. Сейчас я крутить буду. Нифига себе. Вот оно. Хорош. Долго надо крутить, короче. Я думаю, может, не, наверное, все-таки загадки Неню пройти. Так, похоже? Похоже. Да вроде, да. Так, теперь там что? Там чуть нарисовано.
По-моему, как будто бы надо еще разок крутаны, кстати, твою. Почему? Вот смотри, идеальный треугольник. Вот сюда. Чтобы вершина как смотрит. Здесь было, типа. Ну, так вершина смотрит, видишь, куда? Вот туда. И вот вершина вот здесь, где я стою. Думаешь, это так? Ну, ладно. Ну если я смотрю. Ну, я тебе доверю, окей. Да, просто крутить пасмурно, чем это приведет. Потому что я когда там стоял, крутил, вершина была здесь, по-моему. Все правильно. И, по-моему, линзу надо поставить на дверь. Какую-то из них. Ебать, тебя в сраку сначала, ну ты даешь. Капец, у тебя просто савант какой-то сегодня, походу, перк. Слушай, и чтоб ты понимал, я ничего не понял, что я сделал. Но я буду с умным лицом говорить, что да, я все понял загадку с самого начала. Просто надо было докрутить просто один раз. Какой-то прозрительный пол, тебе не кажется? Идеально для твоей ауры. Новый. Что там, только материалы были, да? Mm-hmm. А пол действительно странный. Ну тут смотри, тут луна типа и солнце. Ну, луна и солнце, это у них типа в религии важные моменты занимают. Не может ли это быть символом, чтобы еще что-то... Еще одну дверь нашел? Типа, да. Ну, посередке смотри, у меня... Подожди, посередке я вот не знаю, можно ли визуально, чтобы похоже было? Что-то не особо похоже, если честно. А еще можно дверь попробовать, слышь, что открыть, как этот. Вот как здесь. Ну давай. Блин, опять. Почему у меня метки куда-то в сторону уходят? Короче, я буду пистолетом показывать. Вот этот символ мы еще не делали, по-моему. Или он был изначально? Он, по-моему, изначально был. Тогда крути у тебя там рычаг. Крути. Крутите барабан. Сектор. Так, надо еще разок, да. Так, сейчас, и еще разок. Там перебор. Ну ладно, вроде похоже. Ну да, угол сюда, вершина сюда. Так, теперь надо что туда? Теперь надо рандомить опять. И не забывать докручивать один раз. Да, линзу вот туда надо, да. Ну, в сторону двери тогда. Ну-ка, а это куда крутанет? О! Вот так вот надо. По-моему, мы просто рычаги, короче, дергаем их сейчас уже. Ну да, так и есть загадка в этом состоит. Просто дергать. Стоп, я должен прекратить дергать. Теперь дергай ты. А, нет, это ты дергал, все понятно. Я что-то все перепутал. Я думал, это я кручу то, что ты крутишь. Ну, в принципе, я не знаю, что оно должно открыть. Потому что дверей больше да, нет. Особо нечего, как бы, поэтому идем. По карте что показывает? Там мы все зачистили здесь. Маленькая локация очень. Ну что-то да, ничего. Пойдем тогда. Может, конечно, какое-то секретное отопление куда-то есть в стенке, потому что там уже такое было одно. Ну я не знаю, кажется, стены. Ну, чел сказал тогда, что надо слушать просто стены. Типа, если там есть какой-то звук, то туда можно войти. То есть, типа, на слух. Там действительно, когда мы в прошлый раз, ну, по его совету пошли, там можно было пройти, там действительно был звук. Хотя здесь птичка, например, чирикает. Вот это значит, ну, что... Ну, вот да, я тоже иду и понимаю, что звуков тут реально до хрена, как бы. Не, там именно звук такой был, знаешь, как этот, аура какая-то, как бы. Типа, прям слушаешь и думаешь, блин. Вот что-то там... Что-то там есть. Наверное, ветер. Наверное, показалось. Мерца, да? Да, да, новый ствол. Босса бы какого-нибудь прикольного.
Ну да, хочется потестить новый урон. А то я теперь вообще какой-то должен быть это. Странно. Только попадать мне надо. Единственное. Так, теперь назад идем. Тут, в принципе, все. Вот там камни, если мы пойдем, там, по-моему, есть два разветвления, если я помню правильно. Ну, там, да. Можно направо будет пойти. Черт! Нас заметили! Мимо. Здесь вроде дальше надо идти. Да, тут. У тебя такая стрельба, как будто там как ковбой, знаешь, бегаешь. Ну тогда. У меня же. Так у меня же все под этой за косплеем, можно сказать. Ну не знаю, я люблю вообще что-нибудь такое, типа револьверы, где передернуть можно было. Винтовочка, да. Продольно скользящим. Джифан запомнит это высказывание. Ну еще бы ты не запомнил. На то и расчет бы, чтобы... Буль. Экс. Я просто буквально сегодня думал, что-то это самое. Может опять Redemption поставить? А, господи, я... Нет, передёрнутый я всегда успею, и так, как бы не переживай. Я думал, сейчас скажешь, ну я сегодня думал, типа, это, да. Гладкоствольный, это. С продольно скользящим затвором. Вот там большой идет какой-то. Нет. Ау. Так, место слабое я не нашел. У нее спина слабая. Вроде бы. Или кажется. Не, вот у него на груди пластина, вот за ней там. Ну, сзади у него тоже там пластина, но я заметил то, что у некоторых вообще нет слабых мест, судя по всему. Mm-hmm. Карабкаться нельзя, потому что тут такое место, как будто можно залезть. Нет, там особо не залезешь. А, блин, по карте же проще ориентироваться, да. Там же нарисовано, куда можно, куда нельзя. Там что-то валяется, надо будет сходить забрать. Блин, мобы сами себя убивают. Они друг друга плюются просто. А, что об меня? А чё, чтоб меня? Не, хорошо, что ты колечко поменял. Я какую-то музыку слышу. У меня... кто-то исполняет. Чё говоришь? Да словно кто-то исполняет. Чё исполняет? Музыку. Меня тут тишина. Ну тут, судя по всему, мы не были. Это я к тебе пошел, понял. А, не, подожди, у меня вот. Исполняет сейчас ведьма какая-то. Что за особый враг тебе был? Эй, блин. А, да, у меня здесь, короче, этот самый музыкант. Наяривает. Мне ачивку дали. Наконец. Там кого-то убил? Дали ачивку. Нет. Типа победите 100 особых врагов. Убил я, дали тебе. Что за дело? Но мне тут сейчас на музыкальный слух понадобится. Чего ты взял, что он музыкальный? Ты же диджей у нас. Ну. Надо будет замикс. А что это за комплимент?
Так. Сейчас, я не знаю, где тут хожу. А это ты нашел, да, наверное? Я тупо лес чищу, как егерь какой-то хожу. У меня тут какие-то... Ладно, я к тебе пойду сейчас тогда. Так, давайте. Что можно взять? Это не нужно. Ну, давайте стойкость опять качнем. Непривычно. Столько кнопок. После Monster Hunter особенно. На стамину, чтобы больше перекатываться. Так, а я правильно иду? Да. Все, тогда сейчас буду. Что, ты головоломку нашел там какую-то? Почему я не нашел в своем прохождении? Ну, я чисто прошел, всю карту осмотрел, чисто залутал и все, и больше ничего не нашел там. У меня таких локаций не было, там что за фигня? У меня там пусто вообще. У меня не было этого. Вот как это объяснить? Ну, или было что-то наподобие, но я не помню музыку. Ну, музыка? Ты... Здесь? Похоже на то. О, стоит какой, фавн какой-то. Ну, в прошлой части был, я помню. Испугнули. Подойди, факультек. Я здесь. Хорошо, что мы не ссорились с предыдущими. Факультек. Знакомое лицо встретиться с флейтистом. Но я ж здесь впервые. Но это не так. Давным-давно мы с факультек говорили о песнях и... Ну, конечно, то был другой факультек. Извини, без рогов вас трудно различать. Мера рога есть. Что ж, рад знакомству. Что привело факультек на несчастную Яэ? Ищу многоликого бога. Ты говоришь о многоликом. Прежнем боге и хранители фавнов. На Яэше нет и не было существа могущественнее, но он осквернен. Теперь он покоится в тайне, губит каждый его листок и ветвь. Ступай через этот храм к дальнему лесу, а оттуда к вдовьему двору. Там ты и найдешь Тейн. Но знай, друг факультек, Тейн — темное место. Его поразила гниль, что расползается по нашему лесу. Береги себя. Конечно. Возвращайся. Но я предлагаю тогда в ту сторону потом идти. Сначала тут. Странно, у меня тоже там есть такие врата. По-моему, там тоже висит такой же знак, но у меня не было фавна этого. Либо я увидел, что там квест и не пошел сюда. Может быть, потом да. Проверить. Ну, он прикольный такой. Парнишка, да. Ну, так куда? Че, мне дико доставляет, что они нас называют факультек. Что-то есть в этом слове такое? Мне это слово что-то напоминает. Вот я не мог вспомнить никак по культек. Имхотеп. Не, вот именно, вот я не знаю, с чем связано, точно не с имхотепом, но... Тупо кек. А, ну ладно, я вспомнил, но это не особо важно, ладно. Ну-ка, давай. Не буду говорить. Матное, что ли? А? Да не, там нормально, просто это не особо интеллектуальный контент, скажем так. Да ладно, мы как раз и подходим сегодня под это, я думаю. Да короче, Чипинкоса знаешь такой есть, типа? Такой. Чел, который живет в GTA San Andreas. Такой. Он, короче, сказал, что он свой алфавит придумал, вот там такая буква была, по культек, типа. Ага. Окей, так, ну это действительно что-то за гранью, походу, но я не знаю, что это, поэтому не все так потеряно, я думаю. Ну, короче, чел каких-то там нулевых косил под гангстер-рэперов черных. И... Белый чел, да? А? Белый чел. Ну да, армянин. Звучит как анекдот, на самом деле. Армянин косил под чернокожих.
Ну. Вот, и время-то идет, а он не поменялся, вот. И образ у него как в GTA San Andreas, вот. И он до сих пор говорит, что он там главный герой этой земли. Сиджаджан какой-нибудь, не знаю. Сиджанян, блин. Да-да-да-да. Ну, у него какая-то тоже какая фамилия, я не помню, какая фамилия даже. Ну, вот зовут его типа Типинкос. Короче, GTA-свили. Над ним все рухнут, это уже грузинская фамилия. Ну да, блин. Я Армен мало знаю просто. GTA Asian, вот. Ну, в общем, все над ним рофлят, и все. А он почему-то не понимает этого. Может, он этого и наоборот добивается. Ну, знаешь, прошло лет... Я не знаю, сколько лет прошло с того момента, как он начал этим заниматься. Так, а есть же зарубежный стример такой. А? Есть же зарубежный стример такой, чернокожий. Он еще ролики всякие выпускает. Он там сидит в образе постоянно. Тот-то в образе, а тот... в голове. Как бы такой. Да, короче, все эти стримеры на одно лицо. Аннигилирован. Бедолага. Так, что-то как-то это. Движухи мало в этой локации. Мне еще, знаешь, эта локация немножко напоминает этот самый Darkwood. Чуть-чуть буквально. А, вспомнил, что мне это слово обозначает. У некронов этот же криптек есть. Типа. Который этот, смотрите, типа, крипту, некрон. Ну, типа, жрец их местный. Инженер. Мажрила. Это как N-word, только на G. А вот у меня вопрос такой, да? Вот я тоже смотрел там... ну, вообще, в принципе, все стримеры так делают, да, там какое-то слово появляется, типа, запретно, после каждого раза, что надо говорить, типа, осуждаю, нельзя дисклеймер повесить в начале ролика, в трансляции, в конце, например, что я осуждаю вообще, в принципе, все, что происходит на своем стриме. Ну, не говорить. Ну, просто, знаешь, типа, например, вот есть же, да, стримеры, которые там фильмы смотрят, грубо говоря, и там люди с ними смотрят, я, типа, на таком одном посидел, чисто посмотрел, типа, как это все происходит, и там каждый, и они смотрели там зеленую книгу, типа. Ну и там, естественно, это слово постоянно звучит. И они каждый раз там, осуждаю, осуждаю. И это, знаешь, типа, ты вроде как снимешь, типа, смотришь, и это как бы выбивает тебя из того, что происходит. Ну, я тебе открою страшную тайну, как бы, да, а вот это вот осуждаю, но по факту ничего не дает абсолютно. Так я и говорю, типа, нельзя в конце ролика про дисклеймер поставить или в начале. Типа, я на всякий случай, типа, осуждаю. Просто или им всем по кайфу говорить это слово, типа, ну то что. Ну, это мем, по сути, в какой-то степени, потому что правило еще момент реально идиотский. Слушай, это мем-то может быть и мем. Но я вижу по людям, что это для них не мем. Ну да, многие не знают, что это мем, по факту. Я-то прям... просто тоже сначала серьезно ко всему этому относился, как бы, а сейчас уже, ну, реально как мем, по сути. Я просто представил, как, знаешь, типа там, смотрел там человек, да, там, фильм там или еще что-то. Каждый раз говорил осуждаю, а в одном месте не сказал, и все. Вы не сказали на такой-то минуте осуждаю. Типа, ну, бред же. Да, вы обвиняетесь в педофилии, с вами контракт разорван, за вами выехали. Айдал Свим на Твиче можно смотреть? Ахерозный, слушай. Типа Бриклберри, там вообще можно просто одно большое слово осуждаю повесить, и все. Там, потому что... Там вообще дискриминация всего, что только можно. Блин, а прикинь, короче, здесь ни хера нет. То есть, ну, мы всю локацию осмотрели, нам обратно надо идти к плейлисту. Ёпт. У меня по размерам как будто локация даже меньше. Вот, вот этого куска, где мы сейчас находимся, начиная от красного камня посередке, у меня этого нет. Реально, походу, локация рандомная. Ну да. Ну да, мы все посмотрели, в принципе. Блин, интересно, все и больше, и больше интереса игра вызывает. Типа, что рандомное все. Я люблю, ну, просто как рогу-лайк механики, что типа ты каждый раз начинаешь, если заново, то все разное.
Ну, я тебе так скажу, то, что здесь не так много разнообразия, как может показаться на первый взгляд. Ну и нормально. Это же игра, по сути-то, про... Ну, как Dark Souls-like, типа ты с боссами, ну, да, по идее. Вся твоя цель — это дойти до босса. Ну, тут боссы не такую главную составляющую, я бы сказал. Это знаешь, такой, ну, хорошо сбалансированный Souls-like, наверное. Для меня, по крайней мере. Потому что духоты нет, боссы прикольные, как бы попутно ходишь, базаришь, что-то там делаешь. Вообще ништяк. Мне было чисто какие-то маленькие детальки подрихтовать, да, и кастомайза, может, побольше, не знаю. Шмотки. Не знаю, кастомайз. А что кастомайз-то хочешь еще? Ну, внешний вид побольше. Внешний вид, да. Ну, в принципе, брони, комплект, там, пушки тоже. Я понимаю, что это баланс еще сложнее будет, как бы, поэтому не особо в претензии, потому что, ну, в целом, шмотки тут стильные, как бы, это им не отнимешь. Но я вот все жду, когда попадется какая-нибудь прикольная легкая броня, как вот эта. Типа, ну, космонавт прикольно, конечно. Ну, может, в этом мире попадется, потому что более-менее, знаешь, подходящая, я думаю. Но что интересно, мы пушек не находили автоматических никаких. Только лук. Ну, только лук, и вот, да, и все, как бы. И меч. Ну, меч дали. И да, всякие там с боссов. Ну, с боссов это всегда было. С истелки-переделки можно было сделать. Я помню, с арбалетом какое-то время бегал. Прошлую часть. Ой, блин, я помню это место, как ни странно. Слушай, а что, с первой части что-то повторять? Ну да. Блин, вот ленивый разработец. Покой Киуэ. Ну давай посмотрим, что у нас тут. Выглядит босс-файт его немножко. Да? Что-то да. Ой-ой. Просто то, что я себе наметил в Ремнанте дальше по пушкам, да? Mm-hmm. Развитие какое себе. Мне нужно колоссальное количество лома, чтобы сделать это быстрее. Поэтому я каждую банку сейчас сломаю практически. Ну и так, не все, конечно, но... Только это самое, плавки захвати. Чё говоришь? Плавки захвати сейчас. А что там, вода? Не. А я без, можно. Вьетнам какой-то. Ну да, такая локация. Чем-то напоминает, знаешь что? Старая игра. На Sega Dreamcast, помню, такая была. Там ее потом еще, знаешь, в парках на автоматах игровых можно было там, так, типа жетончик кинуть, поиграть, там пистолет берешь и стреляешь. На, что-то с зомбями связано. То же Land, а, не House of the Dead, по-моему. Как? House of the Dead. Да, House of the Dead. Вот в таких локациях тебя камера ведет, и с тобой какая-нибудь огромная хрень бегает. А, с, ну, бензопилой такое, там. Да, 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 помню. Очень похоже. Вот типа вот эти коридоры широкие. Прям не знаю, мне почему-то напомнило это. И из воды, знаешь, из воды должны вот эти зеленые вылезти, которые топорами кидаются. Вот не знаю, мне почему-то вот так вот. Напомнило все это дело. А, собака прикольно отряхивается, когда из воды выходит. Э? Я не, я не видел. Лучник! Вздрючник. Черт, нас заметили! Аперза! Что-то большое, походу, где-то. Да. Да нет, волна просто. О, мину. Вот
Ой, кровотечение на их историю хорошо действует вроде. Ну же, ну. У них самонаведение. А, у тебя тоже медленно отхил есть, да? А у меня? У меня же сердца-то не лечат, они наоборот здоровье. Поэтому мне надо хоть как-то хилиться иногда. У меня собака на хил. То есть она отхиливает у меня. Вот, каждую через минуту она кулдаун у нее спадает. Значит, мы как бамжи ходим, горшки разбиваем, пипец. А все игры Souls-like такие. Ну. Кроме Monster Hunter. Закрыто, да? Ну, я так и думал. А, это ты пулю купил вот эту? Она двойная, к тому же еще вообще ништяк. Вот двойная, это хорошо, кстати. Вот надо подумать, взять ли ее или нет. Потому что мне ж надо, и надо тоже скилиться. Ну, что-то я не знаю, в этой шипы. Части как-то очень просто получается, потому что очень много хилок полт. Это что, гроб там впереди? О, господи. Дракула. А это что такое? Это откуда вылез? Откуда вылез? Сверху упал вон так. А, сверху. То есть он прям со спины у меня вылетел как? У меня он перед тобой был, перед глазами прям упал у тебя. Либо ты развернулся ко мне лицом, не знаю. Странно было. Это дверь, а не гроб. Нужен ключ. Мало патронов! Взрывайте, сука. В чем до меня докопал? Я так не понял, где у них слабое место, я вообще его не пробиваю почему-то. Есть такое. Я думаю, огонь хорошо против него должен идти. Мало патронов! А, срочно. Выстрелим клинков. Ну, хоть. Немножко нас пошевелил. Ну такой, да. Так, а мы оттуда пришли. А у меня потом кончились лечебные. Ить. На мили оружие. Так, там закрыто, я помню, значит нам сюда. Да, здесь у нас движуха началась.
Лягушечки квакают. А он ключ там никакой не выронился еще, я что-то не помню. Да нет, вроде все подобрал. Да не, ключи что-то обычно где-то воткнуты в каких-нибудь шкафчиках, не знаю. Ну как я, пока что мы только так находили, по-моему, ключи. Потому что у меня легкое подозрение, что мы сейчас как будто бы в тупик зашли опять. А, нет, что-то есть. Нет, там еще вон. Да, все, нашли. Как-то по-дуралски валялся, что-то не знаю. Просто на земле. Блин, у меня всегда паркурит почему-то. Перекатами я зимой. А, потому что на шахте бегаешь. Не могу позволить. А у тебя стамина сильно тратится на шифте? Ну, когда мы не вне боя находимся, вообще не тратится. Я типа могу бесконечно шифтить, по сути. У меня, как это, карта внизу, там, где мы пришли, мы там еще не были. Там? Где там? Сейчас. Ну, я не знаю, на карте я не могу метки ставить, но если вот пойти обратно... А, там заперто, по-моему, было. И слева, вот если вот так смотреть, как я. Ну вот слева, там. Да, там мы не были. Там, по-моему, не пройдешь вроде бы. Разве? Ну давай пойдем посмотрим, я что-то так не помню. Но вроде нельзя было. Я вообще не помню, что там были. А, тут дверь просто закрытая. Да. Все тогда, пойдем обратно. Но через скошенное прыгать нельзя, к сожалению. Жаль. Сюда бы Лара Крофт какую-нибудь, не знаю, запустить. Чем их сюда запускать? Для каких целей? Для чисто, чтобы она потусовала, да, типа? Где ты это слышал? Засада! Ты убил ее, да? Или он спрятался? Да, сдохли все, по-моему. А что там было что в том месте? У меня нет, там просто мостик. Вот вниз только не падай, главное. Просто мост, от которого удобно обороняться было бы тут. Жаль. Так, а ты как вот этот выстрел свой делаешь? Он... Я имею в виду, ты как, должен попасть или он валяется нормально? А, могу попасть, можно и на землю попасть, да. Он еще рикошет. Ну вот как у тебя есть какой-то такой, да? Тоже подствольный типа. Оно наподобие. Надо бы посмотреть на него потом. А то у меня реально хила-то нет. Ё-моё, коллега пришел. Чем наорать на него в конце. Типа унизили, оскорбили, да?
Эх, а я только разорился, он уже сдух. Я больше просто не унесу. Но зато два подряд. Ну какая-то слабенькая локация. Мобы тут что-то вообще никакой опасности не представляют. Ну да. Мы как будто перекачаны для этого места. Перекачаны? Ну, у меня такое ощущение есть, да. А может рандом локации как-то влиять? Типа, что нам дало сначала, например, какую-нибудь середнячковую, а теперь дало легкую. Фиг знает на самом деле. Ну или может быть это связано с тем, что существа корни действительно ослабшие, потому что мы же дали им люлей. Хотя эти пытаются числом брать. Не стреляют еще. Ну их так мало, блин. Даже немножко обидно за них. Снизу что-то валяется. Интересно. Ну там книжка на талант, да. Я уж не знаю, какие таланты брать, у меня вкачано все, что мне нужно, по сути. Я вот забыл, что я качал, потому что я что-то прям... Если даже стамину почти за максимум. Я стамину, который стамина вообще не пользуется особо. Давайте. Модули, может. Ну, модули такое... Не знаю, я что-то в модуле упоролся сильно. У меня зарядка модулей на максимум. Один талант остался. А модуль это у нас еще? Модуль это на оружие, которое. А. И на умение я тоже влил много. Ну вот там... на умение у меня максимум стоит. А, не, у меня нет еще. У меня на модуле почти максимум один остался. Давай, стой, талант. Стой. И я потом буду в собаку вливать, потому что у меня, ну, там обилка какая-то есть, что ваши спутники впитывают за вас какой-то процент урона. Mm. Было бы неплохо, если собаками заменили, получил. Вот такой вот. Лучник! Собака что прикольная, у меня сейчас остается буквально 1 хп у врагов, собака доедает. Надо тебе было собаку дедом назвать. Нет. Ну а что, оставь деда есть. Меня бы съел вот это. Там большой парнишка гуляет. Стало колоссально не хватать патронов, если честно, на винтовку. Ну, лутай вон там валяют. Не там, но... И что-то врагов с этими, с местами слабыми, что-то их мало. Ну вот эти, которые большие, у них... Ну там у них пластина груда, если ее пробить, то там начинают потом идти. А я заметил, у них там есть это... Как брешь между пластинами. Щель маленькая такая, да. А они все равно прыгают там. Такое. Шорткатец. Там что-то есть. Алтарь какой-то. О, да, что куда? Я говорю, Слеза Кюлы. А сердце волка меня засосало, Джифон. Прощай. Это было честь с тобой пообщаться. А ты, подожди, ты остался? Ну да. Да, алло. Меня никто не сосал. Ой-ой-ой, у меня босс какой-то. Ладно, ладно, иду. Не, подожди, ты реально? У тебя нету катсцены? У меня ничего нет.
Я как бы слышу звук какие-то, но ничего не вижу. Я не знаю. Как это объяснить? Ну, не запали, ничего не сказать. Мне туда же пройти просто некуда. Двери нет. Ну, мой щит до тебя не доставит, прости. Классно, босс файт, конечно, ничего не скажешь, очень интересно. Напряженно бежим под музыку. Просто бегать невозможно, капец, блин. Ты там не отвлекайся, да? А, я, кажется, догадываюсь, где-то, кстати, сейчас. Может, его туда, в центр оттянуло. Блин, так ты в центре, получается, находишь. Чё ж ты не сказал? Ну все, я умер. Сейчас Джифан придет и спасет. Тут просто, понимаешь, тут бегать негде. Тут кругом вода по пояс, а он тебя достает, типа, еще издалека. Даем, и я опять в болоте каком-то. Да, блин, я не могу выбраться, я тут. Я иду, блин, как ходи черепа. По лилиям. Да я знаю, что по ним ходить, но они не везде есть просто. А перекаты — это ловушка. Я только перезаряжусь! Да, идем. А, щупальца. Серый хп сбил, который мне так надо было. Да, еще дуракишку не замочил, капец, кринж. Не, это как-то это другом. Как странно, я еще как-то делать. Ну тут не помансишь особо просто еще поэтому. Ну вот да, поэтому я и не могу. Я еще хилиться не могу, просто вот в чем суть. Бахивался как постоянно. А я не могу. Дай. Плохо. Ты, может, ползешь, не знаю, а? А тут ползать можно, я не ну, знал. Блин, прикинь. Ай. Да воюйте с ними. Ну, вот, все, давай не отунивай. Я что-то куплю очень сильно. Близко. Ну,
Не знаю. Вот так! Кто следующий? Не знаю, лайтовенький босс. Рюкзак забит. Ну, танка, может быть, и да. Не знаю, у меня все-таки сердце это... У меня хила нет, я не могу хилиться, типа, вот у меня только эта проблема. Мансить, я не понял, куда мансить надо. У меня еще патронов не хватает. Короче, у меня что-то странное. Патроны, да, здесь были в малом количестве. У меня их еще меньше. Ну хотя бы Басевич был. Уже болото, хорошо. Не Басевич. Не, Басевич. Босс. Молокосос. Пунцовый. Что-то там. Колечко. Две штуки. Вот там сердце волка, прикольное колечко для тебя. Не, оно не для меня уже. Мне... У меня ж на серое здоровье все. Слезаки, о, еще тоже допустимое число реликвий на 2 повышает. А еще там что-то было? Палец, но это деталь. Блин, у нас фисташка есть, прикинь. Смысле? Ну, зерно веры на фисташку похоже. А, ну это да, я помню. Блин, казалось, что-то еще было. А, ничего не было. На выход тогда? Угу. Совет, чтобы присесть, нажмите Alt. Смешно. Ну как-то да, пока вяленько идем, в том плане, что челленджа особо нет и не чувствуется сложность абсолютно. Нам, может, надо было просто сложность выше запускать изначально. Ну, как я не знаю. Слишком чего мы идем, не знаю. Ну, я первый раз играю, непонятно пока мне. Типа, не, вроде не сложно, но я пока туплю, потому что я не совсем управление пока понимаю. Ну как, я понимаю управление, я не могу к нему привыкнуть. Че, в город вернемся? Зачем? Да улучшиться, расправляться. Денег мало. У меня 4000. Это мало. Ну ладно, пойдем. Да не, если не надо, можно потерпеть. Да погнали. По крайней мере, камень точно надо потрогать, чтобы восполнить патроны. Оф. У меня, короче, знаешь, какая... Чё? Какая ерунда меня пока смущает. Вот у меня класс, типа, да, по уязвимым местам. А сейчас стало врагов все меньше и меньше, у которых есть уязвимые места. И я вот сижу такой, типа, а чё я тогда, нафига мне этот класс тогда... Не, они у них есть, просто ты их пока не нашел. О, блин. Обычно голова у всех слабое место, а тут что-то как-то не голова, ничего не это. Да, ты сегодня проявил высокие интеллектуальные способности, дальше сможешь. Ты должен понять, где их слабое место. Блин. Ну а что поделать? Ну, давай гляну. На что твою висюльку. Нужно? Давай глянь. Чё там? Ме. Ме. Ну вот, кстати, тут можно щупальца призывать теперь. Так, бойся. Береги себя. Кого призвать? Щупальца. Каким образом? А вот модуль на оружие. О!
Заряд укрепления, улучшалки. Похищение. Ну я себе возьму попробовать. Да блин, вот это сердце, которое быстро заряжает модули, оно, конечно, я просто не понимаю, когда его использовать. Типа, пока тебе мутузит босс, тебе иногда нужно подхилиться. Вместо этого оно тебе отнимает здоровье, но при этом заряжает модули. То есть, по идее, ты должен на модуле хилиться, но модули тоже их хилят слабо. И я, типа, вот это не могу понять. Не пропадай, хорошо? Да, сложно подобрать что-то подходящее. Что-нибудь? Хотя не знаю, я прям себя максимально комфортно чувствую. Не, ну я понимаешь, и у меня во всех играх фетиш на то, что я беру необычные билды всегда. И я... Ну, на селф уроне, урону по себе, мне вот всегда билды такие нравились. Угу. Вот я пытаюсь... То же самое реализовать здесь. То есть у меня просто идет до сих пор поиск просто своего билда. Ну, кстати, слушай, они хилят очень хорошо. Щупальцы. Кризис среднего возраста. Хотя, непонятно. Что-то я хила не вижу от них. Слабенько они хилят на самом деле. Я беру свои слова обратно. Они от прокажа отхиливают, по идее. Нет, они от урона. Лайфстил вроде как там не был. Ну тогда, ну чуть слабее. Увидимся, братья. Не увидимся. Извиняюсь, зевок. Хотя никого нет, поэтому что извиняюсь. А, на удивление, сегодня очень тихий день какой-то. Все, видимо, отдыхают и наслаждаются летом, но мне-то наплевать. И я-то в отпуске. Чума еще не затронула факультек. Факультек, это я. А, вот что я понял. Так, ну-ка, что у тебя можно кровь тануть? Посмотрим, дружок-пирожок. Короче, она почему-то быстро восстанавливается, на самом-то деле. То есть я могу много этих спамить. Щупалец. Непонятно мне, как все-таки свой билд грамотно реализовывать. Можно, кстати, вот эти поулучшать. Да-да, вот это поднимем. Дороги ведут к Двеллу. Угу. И, наверное, попробую, может быть, на пулемет перейти, не знаю. Ну, типа, короче, мне вот это сердце, по сути, нужно всего одно применение. Типа, один раз я его заюзал, да? У меня до определенного момента здоровье упало, до определенного показателя. И все. А дальше мне надо хилиться. То есть, ну, блин, странный билд, конечно. Ну это я типа гайды не смотрел, это я сам пытаюсь разобраться. Ну правильно, нафиг гайды, если честно. Так, где ствол? Вот. Брать, убрать. Ставить. Ставить. Плюс меня когда дамажит, у меня в принципе 50% на то, что у меня будет здоровье серым. А, ну не отнимется. Непонятно пока. А, блин, он перегревается. Да, была бы имба, если бы он перегревался. Так как тяжело. Thank you.
Ну и с ним как-то в разы медленнее, кстати, бегаешь. Надо попробовать. Как твои дела? Слишком мало вернет, поэтому не буду пока. Лучше еще подзаработаю это самое. Так. А поворот-то нормальный, тема? Ну, он пока не вкачанный, поэтому. Так, ну я готов. У меня еще видишь что? Ну типа, ты вот хилишь тоже на массу. Mm-hmm. То есть на. А, ну как вообще, то есть, если кто-то в твоем радиусе находится, а мне это тоже не выгодит. Я могу снять. У меня же это самое есть. Да нет, с одной стороны, типа, видишь, у меня палка двух концов, блин. Мне нужно. Вроде как, чтобы мне было здоровье на определенном уровне, а ты, когда хилишься, ты мне это сбиваешь все. Но с другой стороны, когда мне херово, мне тоже нужен хил нормальный. Как бы непонятно, что делать. Тут самому доктором быть, что ли? Ну, сейчас, если я хил тогда переставлю чисто на себя, чтобы был. Че, я вообще буду страдать, походу, блин. Ты переставь на себя, я буду тупо ходить, блин. Дохнуть постоянно. Ждем. Ну вот пулемет я пока что-то не доверяю, откровенно говоря, не знаю, смущает меня он. Хотя, блин, я думаю, весело будет с ним побегать. Так, осталось мне красных каких-то кристаллов насобирать, чтобы последние два бреда сделать, у меня будет модуль 10 уровня. Я вот свой тоже нормально так сейчас скачал до 8, по-моему. У меня же, типа, у меня получается на 10 уровне. Короче, каждый заряжаемый патрон у меня увеличивает атаку следующего на 10%. Mm-hmm. У меня, ну, точнее, это для любого оружия. Но так как у меня однозарядное, у меня каждый патрон, получается, улучшается. На 10%, по-моему, там урон повышается. Но на 10 уровне там еще 15% перезарядка. То есть я вообще буду как... прям. Можно сделать кувырок, выстрел. А сейчас у меня делается 2 кувырка, выстрел. То есть за 2 кувырка я перезаряжаюсь. Блин, прикинь, перезаряжаться в кувырке. Это же какой кошмар. Ну... Прикинь, да, реалист, давай добавим сюда, будет встать. Типа, да, 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 да. Одышка там еще в процессе. Я мрачная локация. Я сейчас сделаю вот эту тему. Как? Я хочу себе ХП, видишь, чтобы оно такое было. Разрительное дерево, не знаю. У меня максимальный урон был. О, офигенно. Кольцо спасло меня. Что-то нехорошо. Одно хп оставило. И толку у меня теперь ни серого хп никакого. У меня пулемет такой, то есть мы еще в джунглях, я как будто во Вьетнаме оказался, короче. Три гуки. Гуки. Джонни. Где в воздухе? О, господи. Просто это среда мои чуваки. Да кто? Ну что-то такое пролетело, да? Смешной щупальце. О, нифига себе, щупальце потом появляется. Блин, а у него хп есть, интересно, у щупальца? Ну, по-моему, нет. Не, нету. Это да, просьба, если щупальца кого-то атакует, не стреляй по этим врагам. Я хиляюсь, так он не хилает. Блин, не лечи, не стреляй. Я вообще зачем бегаю?
Ну иди еще воюй другой. Иди воюй отсюда, парень. Пипец. Ну и не надо, пожалуйста. Не очень-то и хотелось, знаете ли. Кинолог 7 уровня. Лицензию скоро дадут. Что мне на улице бункнуло так нехорошо? Уф. Безумно можно быть первым. Я эту песню никогда не слышал, но я только знаю фразу от тебя. Ну, фраза, да, она такая мемная. Что там за колечко такое? Ирандистика. Не влезет. Думал, щупальца будет воздушных атаковать, она не атакует. Но оно подбивает, падает. Блин, у меня получается стоит такой выбор. Мне надо либо модули. Короче, кольцо, которое 50% хп, точнее 50% шанс, что хп станет серым, то есть не полностью отнимется, а серым просто станет. Это мне в плюс, но при этом я вот думаю, может поставить все-таки на скорость. Муки выбора. Быстрее, не знаю. Опа, там птица какая-то, слышишь, смотри. Что-то сидит. Сейчас, погоди. Курекает. Ну, она вряд ли что-то там полезное пока сделает. Мы тут как будто были в прошлый раз. Ну, в прошлой части, но я этого не помню. Мерлин, 19. Здорово. Как дела? Вот так вот буду бегать. Не, все-таки 15% на уворот. Вообще становишься молниеносным прям. Там что-то подобрать можно. Внизу будет. Добрая птица, кстати. Не зли. Здравствуй. Это говорун. Я же говорю, не зли. А? Не зли. А, блин! Ладно. Так, может и... шлепнуть. Там за ней что-то есть. Так вот, надо придумать, как ее спугнуть. Надо ей еды дать. Ай. Ладно, пошли искать еду. Занимаюсь самоистязанием. Ну, у тебя костюмчик такой, знаешь, подходящий. А чем он подходящий? Ну, он выглядит, как будто ты любишь подобным заниматься. Да не, он выглядит как... типа я что-то племенное. Блин, вот там что есть. Называется он старейшин, то есть я коньяк получается. Во, идеальная комбинация. Вот у меня ровно сейчас стак полный кольца. И вот хп стоит вот сколько надо. Так, ну давай, наверное, в эту сторону пойдем, хз. А там больше некуда было, что ли? Не, а почему вот? Вот показал. А. А это еще что? Блин, у тебя нормально. О, подожди, я что-то нашел. Тут еще можешь что-то залутать. А там не залезть. Зеленая. Да. А, ну стой, погоди, ко мне можешь не идти, тут не пройдешь. Тут заперто. Такое ощущение, что зеленое это то, что нужно птице. Мабе. У меня есть идея. Погоди-ка, слушай. Во-во, да. Да.
Что это, козюльки? Гранулы из Куары. По-моему, где-то можно что-то крафтануть из нее было, я помню. У этого любителя факультетов. А, ёп! Я вспомнил это место, кажется. Слушай, ядрён батон, это оно что ли? Прикол. Ну, я не знаю, о чем ты говоришь, пойдём. А что за... А что за дурацкое место, господи? Послушайте, не господи, сказал Гуслинг. Ну... Ты, в принципе, недалеко ушел от истины. Не хочется надо, да? А я просто не знаю, как ей дать вообще. Может, шмальнуть мне? Я шкуру себе сделаю там хорошую. Там. Блин, хотя жалко, но прикольная такая. Вдруг она единственная в мире осталась. Это более делает ее ценной. Для убийства. Ты хотел автомат отдать, типа, на. Ну а чё? Ай. Ладно, предлагаю пока тогда отступить, потом сообразим. Так, так не спрыгнешь, да? Оп. Да что ж такое? Застреваю повсюду. Где-то не то место, не помню. Похоже, но, блин, хрен знает. Это не то, что хотел нажать, по привычке. Приседать хочу. Ну, ладно. Что происходит? Да чё ты прикопалась? Господи. И блин, потом что случилось-то? Десятилетняя перезарядка. Вот так. Я такое ощущение, что я, кажется, понял, как надо с моим билдом, ну, взаимодействовать, но... Это уже тяжело, короче. Тем ну, интереснее. Ну да, то есть, по сути, в идеале этот билд, мне кажется, для опытных уже игроков, которые я пытаюсь сделать. Ну, типа, знаешь, ты в идеале идеально парируешь, не получаешь практически урона. А если получаешь, то ты используешь это в свою пользу. Либо у меня класс должен быть медика тогда. Ну вот, вот такой я вижу. Не знаю, когда я играл в первый Ремнант, там же мультиклассовости не было, поэтому я честно на голом охотнике. А там что было? Ну, просто классовики. А что там, это классы были? Такие же? Ну, почти, да. Там вот танк был, охотник и этот самый средний, короче, чувачок, не помню название. Я на охотнике бегал. И на танке тоже тусил, помню. Зачем вот этот выступ интересен? О, господи! Бляха-муха! Ау! Меня босс со скалы скинул. Так, а у меня тут... На 6 колобков. Не попал! Ай, блин! Подсрачник. Я ему покажу, почем фунт лиха. Где он там?
блин, я его не пробиваю вообще. Нифига. Ну, он нормально так спамит, конечно. Ты, я понял тебя. Mm-hmm. И он действительно не прибивной какой-то. Ау. А что если? Нашел. Это мне не хорошо. Куда там надо? Он, короче, периодически свое сердце выкидывает красное такое, надо в него на земле. А, нифига. Да, долго ждать просто надо, когда он скидывает атаку, нет смысла у него даже стрелять по самому. Во. Правда, твой пес еще на сердце набрасывается, поэтому попасть сложнее было. Блин, сердце прямо течел, сори. Короче, я не знаю, как это произошло, но вот один раз ты, видимо, про это сердце сказал, и я его не заметил, но я в него попал, и у меня прошел урон на 2000. Вот один раз получилось. Вот. Нормально. Как это получилось, хер его знает. Ну, лучше поздно, чем никогда. Главное, что сработало. Такое ощущение, что у него у самого-то хп немного было. Угу. Потому что что-то в конце... Ну, я его с пистолета, что ли, проверил. Супер. Ну, так я тоже, потому что я вижу, что нету даже критовать по нему смысла. Натуре, слушай, щупальца за мной ходит. Она прям ходит. Она прям под землей такая, там что-то. Хитрая жаба. Чё, чем глубже мы идем, тем темнее становится. Бабу ебу сейчас встретим. Это Джон Уик, ты имеешь в виду? Да, именно его. Смотри, как бы собаку у тебя не отнял. Я думаю, он меня наоборот похлопает по плечу и скажет, береги его и уйдет. Прям как последняя часть пасы. А я не смотрел последнюю. Не смотри. Ну я вот слышал про это. Там только самый последний файт, наверное, прикольный более-менее, потому что там как Hotline Miami выглядел. И все.
Можешь на ютубе его найти, глянуть и успокоиться. Если бы он еще грузил. Ага, точно. Ну ладно, на рок-клубе весь не можешь найти. В принципе, я думаю, там есть. У меня появилось желание собрать билд шустрого, но милишника. Честное слово. О, ну наконец-то. Да, но у тебя и желание странное, конечно. Ой. Так, ты там ходил, что-нибудь нашел? Интересно? Там дальше проход какой-то, вот, поэтому. Можно здесь походить, бочоночки пострелять. Там воздух летает еще. Ай, блин! Докуркался. Хорош. Я проклял. Бегай себе. Что-то у меня два уровня 17, то ли что произошло. Это было странно, но окей. А, это летающая хрень так дамажит, нифига себе. Ну они такие, да, въедчивые. О, тут еще одна птица. Единственное, что эта птица, говорю, сообразительность ее не отличается. Ну, это пока что. Так, Джифан, ты походу босс. Ау. Я как банду сказал, валим их, пацаны. Они на потолках сидят, эти ёжики. Так, а у тебя есть хил? О, нифига себе, я все сердца съел каким-то макаром. Я успел. Ну, мне же лучше, я больше жить бы. Ты пение слышишь? Чё? Пение слышу? Да. Так вон там стоит, типа, я не знаю, кто это. Возможно, босс? Мини. Блин, надо будет. Переросток. Ау. Класть уже некуда. Вот этого были? По слабые места. Да, я говорю, у этого были слабые места хотя бы, я его пробивал нормально. Вот А вот тот, который бронированный, такой дядя неприятный. У меня возникает желание бур опять взять. Просто для этого. Ну, кстати, для них, да, в самый раз был бы. Электричество на них неплохо. Вообще-то ж корень. Огонь надо против них брать. О, великая птица. Enter так и сделаю, наверное. Ага, и тут можно куда-то пройти, блин. То есть, ну ладно, да, сюда сейчас. А мы все равно вернуться можем или нет? Ну да, вернуться сможем. Нет, я имею в виду вот так, чтобы прям без последствий. А вот это не знаю. Думаю, уже один раз мир уничтожили. Сходили, да. Да ладно, нормально все. Ну, там просто в гнезде что-то осталось. Ну опять же, пока как-то так. Человенько очень бегаем. Очень человенько. Никакого напряга абсолютно. Даже обидно. Потому что хочется понапрягаться. Попотеть. Пострадать. Но нет, в ях. Ладно. Затерпим в Дувидор. Ну, как будто бы это
продолжение мейн-квеста, поэтому можно, в принципе, отступить и сходить на лог, который я нашел там. Проход был. Ну, погнали. Через камень? Да нет, тут пешком дойти можно. У меня не пулемет, как будто, знаешь, выхлопная труба машины какой. А я не видел даже, как он выглядит у тебя. Mm. Ну, ну такой покажешь. Очень квадратный М60, наверное. Mm. Вот, кстати, да, я вот сейчас твой класс анализирую примерно, да, второй, mm-hmm. который медик. Вот он, наверное, с таким билдом больше сочетается, потому что у тебя есть эта абилка, которая дает щит mm-hmm. на все хп. То есть я, типа, сам себе хп понижаю. Накладываю щит. И начинаю делать на мэкс сам щит. Да. Делать грязь. Ну, то есть, типа, у меня щит, но при этом серое хп, я дамажу. Блин, звучит. Но я не хочу собаку терять. Хм. А, блин, мобы жрец, я забыл. Я так, это самое, побежал без заботы. Огонь, кстати, хорошо их дамажит. Короче, есть смысл снарягу время от времени менять. Ну, модули, да, там перещелкивать. Ну, че, просто модуль на элемент другой, и все. Нашел. Так, вот сюда нам. Хотя, блин, тут тоже дерево какое-то непонятное. Мудрое. Да не особо, судя по. Хотя идентично выглядит как-то локация. Но тут нет птицы. Это как там в Варкрафте древо жизни? Ну, что-то маловато. Магия дружбы. Но к магии у меня иммунитет. Интересно, откуда ведет? Вряд ли в одну и ту же локацию. Иначе было бы странно, как там. А погоди. Скам получился. Ну почти. Ну-ка, или. А, нет, нет, ну. Блин, я даже не знаю, что говорить. Ладно, пойдет. Хотя бы сколько хп осталось. Зато у меня сердца полные. Это странный шорткат, ну ладно. Минус лицо. Куда мы идем? Чё делаем, вообще не понимаю. Здрасте. О, ништяк. Блин, я не вижу, чтобы мы собирали красные эти кристаллы. Они с мобов каких-то падают, по-моему. С мини-боссов. С мини? Угу. Довольно редкое явление.
Кстати, от количества игроков зависит процент ХП у мобов? Ну, сложность зависит. И не сложность, количество игроков. Ну, сложность зависит от количества игроков. Типа, чем больше, тем сложнее? ХП, не помню, да. Ну, да. Что я вот, помнишь, корешок? Надо перезарядить! Били. Помню. Вот. Да не, просто пока стрелял, замолчал. Так вот, я в своей, ну, одиночной компании, что-то я его очень быстро размотал. Я подумал, блин, у него что, ХП меньше, что ли? Ну да, одному типа полегче, чем... толпой. Я про это. Я какой-то символ нашел непонятный. Приличный такой. Приличный символ такой. Ну, как посмотреть. Ясно. Типа пися, две сися, я бы его так назвал. Ну, такое. Не, ну правда. Да я верю. Там типа мне в таких, кстати, мы записку пропустили. Ну я видел, да, но я так читать не стал ее. Там какой-то месяц высадки. Еще. Мы походу реально во Вьетнаме находимся. Ну это, по-моему, первый мир, куда люди вообще попали, в принципе, за счет этих камней. Вроде как. Или не первый, не помню уже. Да, ну это все было. Арбалет, что ли, какой-то? Звук такой, как будто ты с арбалета стреляешь. А, не, с пулемета. Пытаюсь понять, куда двигаться. Явно не сюда. А, я тут был. Я просто не заметил здесь проход. Да, как-то запутано немного. Сюда разве что действительно больше некуда особо. Что лучник? Блин, мимо. Я не хотел брать, но случайно взял. Чего не хотел брать? Да патроны у меня полные, просто нафиг не нужны. А, не, мне патроны особо не нужны. Там какой-то талант, походу. Ну мне некуда тратить банально. Серьёзно, подожди, а у тебя нету этих, что ли? Не, есть, просто все типа херня. Бесполезно тебе? Да, бесполезно. Ну, там есть что-то полезное, нам модули те же самые, но не знаю, мне в пару. Я лучше подожду, куда что-нибудь еще откроется. Я вот что-то себе по чуть-чуть везде напихал, или сейчас... базовые восстанавливаем.
Ой-ой-ой, я случайно выстрелил. Блин, я так и думал, что этим все закончится. Полетел. Здесь, кажется, летит. А! Блин, она улетела так, что я не могу достать прицел. Ну, я потом кончились. Блин, она не пробивается. Пробивается, но слабенько что-то. Да. Эй, ладно, пошлите сюда. Все, она летает и летает, нет, чё? Она, а лут-то куда упадет? Вот это меня больше интересует сейчас, если честно. Ой. А, это наоборот. А, у меня. Спуск вниз. Это, короче, это бомбардировщик вьетнамский какой-то. Есть попадание. А-а-а! По мне попадание есть. Ну, я еще раз буду колупать пистолет, поэтому давай, разбирайся. Ты начал, ты и закончил. А ух тогда. Ну да, 80 урона, и ты считаешь, что я закончить-то могу. У меня 19 вообще, так что чё-то. Она ушла. Причем, о, появилась опять. Здорово, я решил суицид. Куда она бежит? Блин, там какая-то братва. Хеллдайвер. Где этот ку-ку? Упс, вот он. Сейчас, погоди, там мужик. Там есть люди для пистолетов. Что есть? Там для твоего пистолета есть люди. Можешь с ними повоевать, меня нахлобучивать потихоньку. Ну, у меня тут это самое тоже процесс идет. А, понял. Ща я иду. А то я думал, ты там это замолчал, типа тебе скучно. Да. Мне кажется, босс стал по-другому бить как-то. Не помню где-то. А я ее не вижу, самое главное. Вот откуда она стреляет? А, вот. Вижу ее. Так, далеко не достреливаю уже. Да, чуть-чуть унылая локация немного. Самая малость буквально. Да стоп! Сагуи. Блин, меня эти звуки пугают. Да это у меня мабы просто. Ай. Еще тоже патроны скоро кончатся. Круто. Почему я периодически завязал... слышу, как твое сердце бьется, интересно? Только я завязал билку, потому что у меня хп лоу. Она ушла, и у меня теперь под хил пошел, ну зашибись. Типа, ну, что за подстава? Дофига это все завязал, у меня же оно бесконечное. Не ценят, скажи я об этом. Ну, началось. Она улетела внутри. Я предлагаю вперед продвинуться немного. А она там не летает, где я. Серьезно? Да.
А куда лут-то упадет? Меня вот это интересует. Я не хочу избивать, потому что я не знаю, 100%. А они еще будут стрелять с самого начала. Я думал, это мелкая летает, которая тебе. Короче, мелкая, блин. Ты кабан. Ну я в прицел смотрел. Издалека-то она кажется мелкой. У меня прицела вообще нет. Вот у меня опять хп ее появилось, а где она? Не... А вот. Да, наверное, лучше слева пойду. Вчера меня нахлобучили. Чёрт, меня тоже нахлобучили, блин. Дай-ка отступим. А хилк ты можешь допустить? А я далеко. А, не подеть. К тому же она же у меня теперь на месте стоит. Это на летающий хрень? Угу. А где она? Дай мне. Ща, погоди. А вот она, нет, нет, она у меня парит. Блин. Иду. Блин, она вроде сидит, летает спокойно, а потом как бах прилетает там реально. Хм. Как бомбардировщик какой-то. Что, она на обзделу улетел? Ну типа да. Хм. Почему я говорю, она не атакует, пока ты ее. Это Мантагора. Мантагора. Хм. Сопротивление стихия, мощь. Фу. Что за мощь? Спасибо. Ну типа хер просышь ее. Лут! Ушел. Ну все ради модуля какого-то, не знаю. А нам дали его или он поступал? Да, да, да. Не, нам дали. Вообще не модуль, а релик или как-то херень называется. Модификатор. А я думаю, что это такое? У меня патроны кончились. Я стою, только он на него стреляет, он не стреляет. Хм. Я вот думал купить в дорогу мазь вот этих всяких там недугов. О! Искаженный кристалл, то, что надо. Хм. А ты где нашел это все? А вот на краю валялось. А я подошел, думал, блин, это металлолом что ли, и подхожу к нему, а он не берется. А я походу присел. Из нее выпал. Я просто присел в процессе еще. А, нифига ты. Там дотянуться надо было рукой до мечты. Ну что-то пока какой-то скучноватый мир, не знаю, вообще ничего не происходит абсолютно. Ну такое тут все, да, деревяненькое. Тихо. Хотя вон камни летают. Камень проворства. Что-то какое-то для меня как будто. Mm-hmm. Да не особо. Сори. Да не, я просто спросил. Блин, интересно, что-то интересное это будет, а? Какой-нибудь супер-пупер-мега-босс, там, не знаю, новый комплект брони. Вот новый комплект брони было бы круто.
все-таки жёленький какой-нибудь. Чтоб по кайфу. Главное, чтобы был стильный еще. Это обязательно. Надо еще, наверное, железо до хера налутать. А, оно летает еще немного. Она потом, по-моему, перерождается вроде как. И чаго. Ради мы сюда приперлись, интересно. Что там есть, куда зайти? Сундукин только тут. Да, печалька. Пока реально что-то как-то это мощновато. Ну вот был тот босс, который меня нахлобучил, когда я утонул. Это было интересно. Ну да. Но и то я что-то провтыкал. Блин. Враг близко. Я запутался во всем абсолютно. Но я пытался, типа, знаешь, по билду, типа, что-то сделать, в итоге получилось все наоборот. Пусть я там тонул постоянно. Утопал, точнее. Враги унылые какие-то пошли прям. Мало патронов. Медленные летающие. Вот патроны валяются. Вот пистоль. Черт. Это ржет. Берегитесь! Берегитесь стрел! Ох, нихера! Прям вот бесит они меня, то что они вот так вот тэпаются. Только время тратить. Хорош. Да блин, я ее мог и до этого убить, но у меня не был заряжен этот мой ружо мое. Я только целюсь такой. Перезарядка. Перезарядка долгая. Я сейчас! Да, максимально к этому, но оказывается даже самая первая бы это лучше. Первая была атмосферная еще. Ну да. Матрица какая-то. С примесью экспериментов. Тут а тут что-то, знаешь, я себя чувствую, как ворчливый дед на экскурсии просто. А можно помедленнее рассказывать? А можно побыстрее, у меня спортлото начинается. Деды. Костерок. Значит, где-то мини-босс. Мини? Типа мини-костер, мини-босс, да? Ну, походу. Либо это очень большая унылая локация, поэтому нам дальше мы вообще не херили. Не знаю, одно из двух. Да, погоди, тут эти ступеньки. Я тут тоже куда-то спустился. Куда-то ведет. Да уж, плохо дело. Так, я понял, ты опять нашел босса, а я нет. Не, это не босс, это бомж какой-то.
Да, блин. Тупость. Срань летающая. Это какой-то худенький прям сундучок. Бегал, у него собака прилетела. О, я еще один символ нашел. Я вообще никаких символов не находил. Я только от тебя вот слышу, что ты их находишь и все. Че они хоть означают? Да хрен его знает. Типа ты их собираешь, там что написано? Их не собрать, они просто есть и все. О, я нашел дверь, которая закрыта. Да, блин. Нет, тут еще мобы такие душные просто, блядь. Что-то на локация немного действительно душить начинает. Ты на меня опять Вьетнам начался. Да пошли. Я просто не вижу их, где они. Откуда они? Это же двери облетают. А все, нашел. Собака горит. Нифига, у собаки есть анимация. Она сама тебя тушит, катается, короче, прикинь. Все горит. Слушай, собаку прикольно сделали. Ну, ты говорил, анимация отряхи у него нет. Фидела. Анимация тушения себя тоже прикольно. Было прикольно, собака шлунг собирала. Ну, вообще, было песня. Пусковые упражнения, как будто я играю вот в игру, где надо, знаешь, типа до верха добраться и не упасть вниз. А, тоже ощущение, если честно, только меня еще постоянно, блин, подсрать пытаются. Точнее, поднасрать. Так, я, наверное, с буром похожу временно, а то что-то я не вижу этих мест. Я, знаешь, на самом деле тестил бур. И он не так работает, как я думал. То есть я думал, я ему сделаю... Ладно, я буду. Что там, большой у тебя файт? Да нет. Смотрю, у тебя хп резко получается. А тут просто тесно. А он арту... Короче, а он арту бьет, ну. Я думал, что я делаю метку, и это становится моя портативная, типа, точка уязвимости. Угу. И я в нее буду смотреть, и по ней будет проходить урон такой, который у меня должен проходить. А он проходит какой-то совсем пониженный, то есть он не такой проходит. Угу. В общем, в описании написано, что если ты попадаешь этим буром в точку уязвимости, то... Якобы будет урон еще больше, а это не работает. Ну да, да. Как-то получается иначе. Ну я на стрельбище-то тестил, я не знаю, как это работает на мобах. Но на стрельбище оно не работало. Стрельбище, стрельбище, стрельбище. Рюкзак забит. Блин, собаки анимации нету перепрыгивания, к сожалению. Так, ты, получается, по ступенькам направо пошел, да, от костра. Сейчас, погоди. Если да, то он пропустил. Лесная пушка. Смешное название. Но врагов здесь нет, значит, да, он тут. У меня вот это катана. Декс любит катаны. Но он нас кинул. А что, он не хочет? Да, что-то не знаю. Или просто не пришел. Сидит в этом. Он сразу здесь лисяры по-прежнему. Короче, Декс любит гриндил. Не знаю, Энсраут, мне кажется, гриндил. Да, чё? Ну, не знаю, Энсраут, я его побегал немного, один стрим буквально, но он не оптимизированный, ни хрена, к сожалению, пока еще был.
Мне не нравится визуально, и плюс мне не нравится волшебная палочка. Ну, не знаю, волшебная палочка по-своему прикольная, если честно. Не, хотя я, после вот, лучше, мне но... сам концепт, не знаю, там, вот это Гарри Поттера особенно там и так далее, волшебник с палочкой, ну это пипец. Почему именно палочка? Почему там, я не знаю, почему не тоже такой же? Как знаешь, на районе. Ну это тупо как-то, почему вот именно палочка? Проводник магии. Я как, так, недавно об этом думал, но сейчас у меня файт, поэтому повязать надо. Так вот. Я тоже недавно, ну почему именно палочка является проводником магии, потому что, ну, я, короче, перед сном, бывает, занимаюсь херней, продумываю свою вселенную, да, про всякую херню. Ну, в какой-то степени, да, тру свою палочку, там, не знаю, кастую с ее помощью, счет. Ну, а чё, боюсь представить, какой школы магии ты обладаешь. Школа плоти. Вот, и как бы тоже начинаешь думать об этом всем, типа, а как это работает, а почему это работает, как бы начинаешь сам для себя придумывать. Вот если ты до этого не говорил то, что ты сказал, я пытаюсь представить, как ты понимал, как это работает. Ну и чё в итоге? Ну чё в итоге, блин, ну как бы ты в процессе находишь объяснение, но науки ни хрена его не помнишь. Потому что это все во сне думаешь практически, ну, так удобно засыпается действительно. Ну и так люди изобрели водку, да, тебе на утро ничего не было. Ну, Менделееву где-то во сне это пришло, да. А вообще, как бы, если хочешь про магию Гарри Поттера, да, вот я тебе советую Гарри Поттер и методы рационального мышления. Там вот эта вот вся херня разбирается именно с точки зрения логики и рационализма. Кого? Я нашел какой-то мега-сундук. Он с рогами. И стоит какой-то протос из Тарка. А нет, это не протос, показалось. Где-то вообще понять не могу. А там много прыжковых упражнений надо сделать. Вот. В мою сторону, если пойдешь. А, нихера ты куда-то ушел. Ну да. Тут, поверь, ничего нету, кроме прыжковых упражнений. Я дальше прыгаю. Я нашел какой-то талисман. А я какую-то штуку нашел. Слушай, я нашел амулет, который прям намекает, что, мол, возьми его, потому что пригодится урон огненный. Вот не знаю, послушать ли или нет. Когда вообще тогда мне мой билд не нужен тогда, у меня билд на огне тогда будет. Он так и сделает, слушай. Блин, а я не помню, ядрилен батон. Ах ты, сука. Так, я, короче, нашел постамент, его надо активировать. Вот те символы, которые я находил, я их не помню. Нафиг. Тупо кайф. Сейчас, секундочку. Я просто теперь буду бегать с нормальными сердцами и теперь буду огненным. Вот и все. Я нашел свой билд. Сейчас будем тестить его. Ну просто раз игра тебе дает вот этой локации, по-любому она рассчитывает, что ты так будешь делать. Вдруг это ловушка. А там будут камни, которые не горят. Ну началось. Это у тебя там, да? А звучит как будто умный. Поляна тут боевая. Да, блин, достали, а. Я, кажется, вернулся обратно. Куда мы пришли, я к тебе тогда пошел. Жопа летающая, достали часов. Так. Давайте что ли символы рисовать, не знаю, что нам еще остается. Я просто по твоим следам пошел. Это хорошо. У меня ручки все исчезли куда-то, непонятно куда.
Вот, нашел. Так. Что это? Это башня. Но я обнаружил еще кое-что. Угольниками. Я сегодня, походу... я сегодня для боев, короче, не предназначен, но я зато сегодня там прям что-то нахожу. Ну давай, подрубай интеллект. Загадки какие-то еще. Че подрубай? Интеллект. Так вот, в том-то и прикол, у меня наоборот надо боевые навыки подрубать. Блин, боевыми сегодня я занимаюсь, походу. Ё-моё, высоко. Это ящик, но он открытый при этом. Но таких ящиков не было. Ну, может, я там был просто. А вот непонятно. Тогда вниз, а вниз ты ходил? А, да, вот я здесь. Там просто патроны валялись. Блин, хер знает, слушай, честно, я уже запутался в этой локации. Блин, я бью банки, а мне персонаж говорит, стреляем дальше. Так, ну давай вот здесь сходим. Тут, по-моему, дверь должна быть. Хотя там что-то наверху есть. Так, на этот шоркат открывай сечем. Ну я, походу, да, с тобой. Да-да-да, за тобой пришел. Так, а я говорю, вниз ты не ходил, да? Ну вот я только что внизу здесь открыл сундук. Понял тебя. Ой, не сундук, а дверь. Это что? Загадка. Ох, ё, это какой-то в варе. Что-то наподобие. Ну, вот я помню первый символ и последний символ. А, это ты крутил тут сидел? А так и надо было, да? Не, это уже неправильный вариант, поэтому крути дальше. Ё-моё, а как понять, что крутить-то? Так, ну вот я отсюда вижу еще один символ. Но у меня прицела нет, поэтому мне не разглядеть вон там. Да, смотреть. А вот такое голубенькое, видишь, прям внизу. А, понял. Может, отсюда можно как-то заглядеть? Короче... Короче, вот... Типа такой. Ага. Получилось? Нет. Короче, вот стрелочка, которая вот... и сейчас я встану вот напротив нее. Вот, вот эта вот там стрелочка. Синяя. Вот это вот. Сейчас попробуем. Я... Так, прогуляюсь, пойду еще. Да пес, не толкай, блин, меня пес чуть не скинул только что. Ё-моё, там лабиринт еще какой-то. Или там мы туда пришли? Пришли, походу, да. Я уже не помню, если честно. Да, я нашел это. Нечего делать. Не, вот реально самая душная локация, потому что тут еще эти самые сраные, блин. Всякие загадки, прочая срань. Ну, в принципе. Сейчас. А ты ту крутил, да? Или я докрутил? Пока ничего не крутил. Нет, еще? Ту, которая загнанная. Ну, в пол вдавлена. А, которая в пол вдавлена, это
Она, по-моему, открывается, то есть это как замок, что ли, не знаю. То есть ты пришел, так и было? Ну да. Сейчас посмотрим, что у нас тут. А тут даже такого символа нет, лол. What the fuck тогда? А, нет. Стоп, погодите. Откуда точка отсчета идет, интересно? Ну, допустим, если так, тогда наоборот. Это я... Я нашел секретный проход. Короче, тут если слышишь, что стена издает какой-то волшебный звук, то ее можно сломать. И там должно быть красное ядрышко такое еще. Еще такое слышу. А, блин, этот порог отображается, я понял. Так. Нет, у нас звук. А, нет, это костер. Такой звук издает. Так. Да, у меня осталась, по-моему, последняя локация, где я не был здесь. И тогда я что-нибудь скажу. Ха! О, что ты там накрутил? Я вспомнил последовательность. Потому что я запоминал, типа, сися, две пися, это просто ну, пися, зашибись, как да? бы, ну, реально сработало, как ни странно. Как бы гордиться нечем, но тем не менее. И, ну, ассоциации, это такое дело. Ну а что, работает же. И что произошло-то? Открылась комната подвальная, там сундук и пушка. Очень даже арбалет. Вот хотел арбалет. Да, арбалет из первой части, между прочим. Да? Ну, походу. С которым ты ходил, да? Походу, блин. Сейчас глянем. О, вот это уже, кстати, то, с чем я хожу примерно. Урон. Да, слушай, такой же. Ну, он прям пробивной, конечно, был. Ну, винтовка дальше у меня бьет. И... Так, в принципе, реально, как моя винтовка. Но опять же, винтовка у меня заряжается быстрее, чем арбалет. Не сильно, конечно, разница большая, но... Катан прикольно по-своему. Так, увеличит урон огнем. Нормально, но нет. Скорость использования предметов в реликвии тоже нормально, но нет. О, нифига себе, с моим этим внешним видом катана смотрится очень даже. Как будто я реально... О, нифига себе, она шустрая. Так. Вот я не был тут и тут, получается. Мы пойдем попробуем сообразить, как туда попасть. Опа. Опа, перекаты. Сработало, как ни странно. Так. Вот если от того костра, где я стою, вот ответвление есть. Был ли ты там? Пока не могу понять, где. Вот здесь. Что ты говоришь? Где я сейчас иду? Катана лучше, чем меч, который тут крафтовый. Так, ну кажется, вон, ну давайте быстренько пробежимся. Вдруг что упустил? Так, вот там идет. Вот ты хочешь сейчас пройти весь маршрут, который я полностью прошел, и там уловить? А не, подожди. Блин. Осталось ну, а лока. Дверь какая-то, да. Вот, наверное, это дверь и не дает, потому что... А, не, подожди, туда можно попасть.
Короче, смотри. Иди, знаешь как? Ты... Подожди, ты как-то у меня странно передвигаешься. Прыгай. Вот перед тобой обрыв, да? Угу. Через него перепрыгивай. Ну, если там есть куда. Вот там, видишь, так... Да-да-да, во-во-во. Иди наверх. Так, иди наверх. Наконец-то у меня штурман есть, да? Так, идешь наверх, и вот сейчас стоп и направо. И вот вниз падай. Ну, в смысле... Ну, я понял. Да, вот, да. Во, я там не был, там я пропустил. Дай фальки. Единственное место, где... А дальше там прыжковые упражнения, я талисман забрал. А тут как-то что-то особое это самое, не принес, походу, дальше никуда. Там что, пусто, что ли? А что-то... По... А, вот, смотри, это... нашел. Ну, тут сундук. И все. Бальзам-то туда или хороший? Ну, в смысле, я знаю, что... Укрепляет корни волос. В смысле, он на... этот... не дуг, который здесь на карте, он снимает. Гниль. Блин, я его нечаянно съел. В смысле, завязал. Достойно. Ну, я отменил вовремя. А, то есть фигню, которую мы нашли, гранула из кары, это, кажется, хилка. Угу. Пар какой-то. Угу. О, нифига себе, пунцовый отвар, вот это классная тема. Я типа... продал, помню. Отхил на час целый. Так это плюс вот это, плюс если взять там модуль, это талисман, который еще лайфстил имеет, это получается, у тебя там хил бешеный будет. Листки я продавал, сладкий лист. И сыворотка гулов. Блин, ты чё ж унылая локация, какой кошмар, а? Слава богу, хотя бы мобов нет. Один бегаю. И куда нам идти? Да вот хер знает, блин. А вот ты прошел весь маршрут, короче, который я прошел. Нет. Да. И я тебе так скажу. Тебе, ну, ты сейчас до меня дойдешь, да? Если не упадешь. То есть ты вот здесь был, получается, да? Да, это я прям на карте смотрю, как ты идешь, типа, да, сейчас ты поднимаешься, все вот это дело. Там талисман сейчас с рогами вот этот, ну, точнее, фаун будет, статуя. Да. Сундук открытый. Блин, прикольно, как будто ты знаешь, видишь прошлое, будущее, не знаю. Я вижу и помню. Этот медив из Warcraft 3. Да-да-да. Вижу грядущий. Задала ран. Новая озвучка из Грифорша потом. Сразу понятно, какие времена были на время выхода Грифорджа. Ты как это самое, как бабка Ванга здесь. Я этот шаман. И я не русский. И получается, прошли. Игру или что? Да нет, если бы, блин, пошли. Имперские сады. Надо куда-то телепортироваться. Ну да. Да надо в соседнее, получается, такой же локации идти. Походу. Блин, как-то побыстрее это сделать, даже не помню. За тобой идти? Не через костер? Ну, через костер у нас не получится. Хотя... Нет, точно, тема. Там же есть покинуть подземелье. Ну да, тут больше некуда. Большую птицу убили, бомбардировщик. Она реально, она вроде выглядит как сказочное существо какое-то, бабочка, да? Но стреляет, ё-моё, как будто, я не знаю, летит этот, как это, крепость, которая, японский бомбардировщик. Летающая крепость, которая, Flying Fortress, с этими зенитками. Просто хотел тебе в лицо. Ну да, так она мне шотнула один раз там. Ну, не, она летит, ничего не говорит. Ты такой, типа, бах, в нее стреляешь, она на тебя скидывает просто. Блин, мы уже 3 часа сидим, а вот, знаешь, ощущение такое, как будто 6, блин. Не знаю, нет какого-то удовлетворения, что ли? Ну, у меня так не ощущается, но... Да что-то не знаю, как это реально душная локация была. Она, может, скучная просто. Ну, да-да-да. Сейчас будет такая же, так, кто тут?
Осторожно! Сверху! Не буду тратить время, просто пойдет вперед. Ай, блин, гад. Да что такое? Какие ранили, да? Мои дела. У меня же у нас тут лень двигаться. Что на все наплевать? Где там последний летун? Видимо, к этому улетел. Ну и ладно. Идем. Главное, на того не натолкнуться. Не хочу тратить время свое на него. Блин, меч такой мощный, классно. Так. Так. К бою. Смешно сказал, конечно. Так, а у нас, смотри, еще наверху есть, точнее, если карту открыть, у нас и там не проведено, и тут не проведено. Ну вот там, где ямы не были. А, вижу, да. И куда пойти? Ну, я к тебе давай пойду. Ну да, давай. Петичка. Еще у меня тут что-то неисследованное. Ну мы вернемся дальше, наверное. Давайте растормашим, пока ждем. Исследование. Это просто кольцо. Ориентироваться неудобно. Радар бы был бы чуть подальше. Угу. Было бы проще, я только каждый раз на карту нажимаю. Ну и жесть. Чё сидит? Чё курлыкает? Непонятно. Тоже мне. Катился. Жуть. Прикинь, пройти игру, используя только кувырок. Челлендж. Да, Глеба Жукова. Я все ждал, когда это имя сегодня прозвучит. И оно прозвучало. Глеб не пришел, что ли, на трансляцию? Не. Да никто не пришел, на самом деле. Каждый раз, нет, каждый раз. Ну, мы кстати, говорим да, про он кувырки, прям, и он стабильно игнорит прям. Он стабильно уворачивается. Да что-то Ремнант вообще никто не смотрит, на самом деле, никому не интересен. За весь стрим, наверное, только 5 человек максимум было, наверное, и все. На секунд 5. Мертвая игра для мертвых стримеров. Может, просто все ее прошли уже, и тут, не знаю, всем только челленджи какие-нибудь интересные. Хз. Поэтому мы-то просто идем по сюжету. Ну да, и то особо не вникая, если честно. Это типа игры, в которых ты не можешь, по факту, ну, например, Кенша просто пример приведу. Mm-hmm. Там, где непонятно, что вообще произойти может, там, конечно, ну, там, да, там смотришь и думаешь, блин, нифига себе. Потому что там даже я выбегал за кадром. Блин, там такое иногда происходит. Вроде все нормально, а потом бах, все идет наперекосяк целиком полностью на 200%, если так уж. Дейн должно быть вон там. Казалось бы, все только что было хорошо. Блин, я сорен размер локации, я уже душусь. Ладно, я думаю, тут хотя бы пофайтить со мной, что тут. Тут кто-то жил и кого-то выселили. Лагает, капец.
Да, все коробки будут наказаны, чувствую, нашим героем. Эх. Наверху, да? Угу. А, блин! Не, давай. Я уже запаниковал на секунду. Я какой-то буйный получаюсь. Угу. Типа, прикинь, они вернутся хозяева такие, ё-моё, кто тут был? Что тут было? Кто сломал мою кровать? Оказывается, что это там, знаешь, последний день, когда Икея еще была. Обидно было. Какой трон тут был стримерский, да? А! Что это? Походу, карма пришла. Замедли. Да, надо пест еще улучшать. Вот для таких типов. Вот у тебя они появились, а нахлобучили меня почему-то. Как показались, интересно. Сундук нужен, да? Ой, сундук, ключ. Ключа нет. Да, слушай, походу локация реально не зря советовала огонь. Потому что огонь что-то их прям дамажит гораздо лучше. Ой, я вот самолетом по ним еще дал. Это что такое сделал? Они вылезли из стен. О, симулякр. Нормально. Хотя, блин, мы этими хилками вообще нихера не пользуемся. Симулякр это для хила, да? Да. Не, ну я пользуюсь, когда босс файт. Вот я сейчас опять нормальные хилки поставил. Решил не выпендриваться. Да, уж плохо. Ну, либо, как обычно, ну, типа, механика есть, и знаешь, она, ну, типа, реализована странно. Либо она подразумевает, я говорю, вот класс, который медик для таких билдов. Ну, я как качнул своего медика до 8. Как я это сделал, не знаю, конечно. Еще и запутано, как я назвал. Ключ нашел. А я находил дверь краски. Закрытую какую-то. Об которой можно его потереть? Ну, походу. Я еще какую-то сокровищницу нашел. А, блин. Я не рассчитал. Умер, что ли? Да. Вот сейчас время эксперимента тогда. Учитывая локацию большую. Давай. Ох, нихера пес, смотри, что сделал. О, хорош, давай иди. Смотри, что там. Пес зашел случайно. Ну ты. Че ты не хочешь, чтобы ты его гладил, походу? Отвернулся вообще, видел? Да, обнаглел. До свидания. Сейчас меня, прикинь, расплющит так от потолок. Ну сейчас босс давайте, да? Я опять в соло буду. А, босс в спальне, причем, знаешь? Ломайте, не ломайте. Что это такое? Ля, какое место. Запрещаю мебель использовать. Во, Джифан!
Я теперь могу открыть хоть что-то перед тебя. Давай, открывай. Пока у тебя нас собак смешно лагает. Катулка прыгнула. Это с дальних этих берегов. Она не открывается. Ха. Ладно, туда вставить надо ключ какой-то. Потертый? Герб. С гербом, походу, ключ. А что у нас есть? У нас есть потертый ключ. Может, его монету засунуть? Ну, я понял. Короче, надо ключ к нему. Иди ищи. Ну, ладно. Слушаюсь, сэр. Я думал, ты собаку хочешь наказать. Не, я ввожу запрет на использование мебели. А, ну и не надо зелье тогда использовать. А ты это самое видишь или где-то? Ну да. Там уж их. Бля, я не могу сигануть отсюда? Не, а, о. Могу. Боб, снижайся, тоже сдох. Там какой-то этот бегает. Да, блин, это страшная хрень. Крестается. Дурацкий. Ну, сейчас поднимемся еще. Нифига там. Бараш. А подожди, так это не костер, а где костер? Я о том, я и спрашиваю, ты где-то костер видишь, а ты такой, да ладно. Я думал, вот это костер. Меня обманули. Вон ты валяешься там где-то. А вот слева дверь, ну, подбирай вот это. Вот ключ, кстати. С гербом, походу. А и надо его валить вообще? Ну, раз он нападает, надо. Там вот, короче, впереди слева от тебя, сейчас дверь шорткат, вот слева-слева. Сзади, слева, вот, да. Здесь. Можешь ее открыть, костру дойти, не знаю, может. Ты уже издеваешься, настолько локация. Да что-то реально, прям пипец. Я бы тормознул пока, на самом деле. Так, А он там наверх куда-то может пойти, может оттуда. Уверен, что шоркат. Единственное, что... Сейчас, вот, единственное, что... Записку надо. А, ну давай. О, господи. Аулек. Как будто, знаешь, этот фавнский Олег. Ауев. А ты тебе видно записку, не? Ты был остаешься одним из самых верных моих воинов, и поэтому это задание я возлагаю на тебя. Возьми ключ и найди при дворе мою личную шкатулку, ясно? Чтобы убедиться, что перед тобой нужная шкатулка, вставь ключ АА в замочную скважину, но открывать шкатулку не смей. Ее содержимое священно, и я не потерплю его осквернения. Возвращайся тогда, когда выполнишь поручение. Шкатулку и ключ нужно принести мне и никому иному. Я предлагаю так и поступить, на самом деле. Ну а что, типа, я так понимаю, мы, если мы откроем и найдем какой-нибудь чела здесь... А может, смотри, локация на то и рассчитана, что, типа, ты долго ходишь, тебе скучно, и ты такой, хоть шкатулку открою, знаешь, типа... А ты что, открываешь, байк? Потом приходишь, а Фавн говорит, то я сквернил, там, не знаю, у него там... Ну, можно пока оставить ее на потом, да, и потом, когда вспомним про нее, откроем. Короче, тут ходить долго, давай все-таки зелье. А, зелен. Во, кстати, тут потертый ключ. Здесь, да. О, там еще можно. Да-да-да, вот, чтобы туда пройти краски, давай. И потом зелье можно. Открывай. Нет. А, о. Как в Таркове, блин. Карточки собираешь, типа, ключ карты, чтобы попасть. Причем ключ исчезает, сам сломался. А там тоже, да? Там же ввели ресурс ключа, блин, бред. Это выглядит ненадежно. Надо паркурить. Подожди, а куда паркурить-то здесь? Да вон там справа, снизу куда-то, по-моему. Ну я, по-моему, я разобьюсь так. Это не то. Ну ищи. Может, здесь подлезть можно.
Блин, что-то какой-то бред. А там через стенку нельзя перепрыгнуть? Здесь-то ты не пролезешь никак, я знаю. Ты пытался? Ну. Это так ты умер? Нет. Ладно, хорошо, запаркуем. Подожди, или сюда. Да не, нормально. А, я забыл, что можно так. Так, ты кто? Печать матриарх. Так, тихо, этот меч опасен. Как можно навернуться с ним? Ё-моё! Все, тупик, я есть. А, нет, тут как пропрыгать надо, короче. Только не здесь, внизу, а подняться наверх. И вот направо прыгнуть. Все, понял, понял. Да. По досочкам этим. Да, сломать табурет, все верно. Собака там что-то скулит у меня. Да и тоже скучно, блин. Сундук внизу еще находится. Дошел. Я до тебя так и дошел, кажется, так. То есть внизу сундук? Да, внизу там пройти можно было. Фига его веточками так. О, масляный бальзам. Мой любимый. Губы мазать. Можно и губы. Главное эффект. Так, ты лежишь где-то рядом. Да я вот где-то тут и сдох, да. Но меня сейчас не резнет, поэтому. Можешь смело тупехаться, в принципе, либо не знаю. А если я до тебя дойду? А ты ничего не сделать не сможешь, понимаешь. Подожди, ну ты же не просто так у меня светишься. А я не знаю, зачем они добавили, кстати, вот метки мертвяков. Я тебя залутать могу? Ща, как втаркаю тебя. Капец, да, раскидай меня. Твой этот, в кусты брошу там снарягу, в одни в кусты, в другие. О, это тупо я. Отдыхай. Прикимарил. Я не знаю, давай попробуем к богам вызывать. Блин, собак, потому что великие на меня подписывал. Боги, о-о-о. Воздух опять взвесил, померил давление атмосферное. Так, ну, тогда пришло время зелья. Сейчас посмотрим, как оно работает. Как его использовать-то? Так себе напиток, я вам так скажу. Окей, я больше. Я его заказывать больше не буду, Барри. Смешно, смешно. Оно бесконечное, его можно пить сколько хоть. Ну, удобно. Вот, смотри. Подъем. Нифига. Ой, давайте в блок вернемся, не знаю, вот. Что ли. Куда? Куда мы перемещаемся? Да в блок. Чтобы следующий стрим уже там начать. Блин, 10 вечера уже оказывается. Вообще не кого-то полночь настоящая. Время летит, кошмар. Да. У нас хоть что-то интересное сейчас появилось. Так, хватит ли мне ресурсов прокачать наконец-то модуль? Давайте проверим. Опять ты? Опять я. Не ной, нет, не бабуля. Иди уже. Не хватает буквально мне два искаженных люминитовых кристаллов. Но тут передавать нельзя, по-моему. Так, я понял. Спокойных странствий. А по-моему, купить у кого-то можно. У нашей подруги, по-моему. Блин, нахрена. Вот это вот интересно, вообще не понимаю. Какой-то бред. Не, у нее какие-то материалы там можно купить. Импульс, кстати, прикольно выпал с этого типа. О, у нее какие-то новые эти амулеты. Тяжесть на рефлене уменьшает. Ну-ка, на 20 аж, нифига.
То есть можно, в принципе, сделать сет средней брони, которую можно бегать. Mm-hmm. Я бы ковбоем бы обратно нарядился. Mm-hmm. О, и увеличивает шанс критика попадания на 10. Это мне надо точно, прям стопудово. Желтый лунный камень. Так, давайте рейд поднимем, наверное. Хорошая тема. Блин, опять я возвращаюсь к билду без здоровья. У него какие-то интересные амулеты. Неплохо я так поднял. Даже удивительно, что хватило. Да, камень пыток на перезарядку тоже. Береги себя. Под пулеметом. Да, я вот себе пулемет вкачал основательно сейчас. Так, а кто у нас материал это продавал? Кто-то ж продавал. Там, если кто-то материалы продавал, то только тот, кому я, по-моему, скидывал кому-то. Я там все деньги, помню, выбивал. Дед не продает. А нет, это ли симулятор наш? Наверху. Надо глянуть. Блин, я все деньги уже тюхал. Ну ладно, пофигу. Все правильно. Да я путаю клавиши. Я пытаюсь, тебя. Типа, нажать на с ним поговорить, а он лупит по нему. Не, нет у меня ничего. Я продать только ему могу. Ну-ка, а если я продам ему сейчас, смотрю, я ему продал один, получается, свой, да? Блин, только не надо, тебе не хватит же потом. Да не, пофигу. Смотри. Ничего не поменялось. Нет. А, нет. Подожди, сейчас, погоди. А, да, появилось. Найс. А мне надо еще один. А, все, это последний у меня. Ой, бинты ты ему продал. Зачем ты ему продаешь бинты? Мазь-то зачем? Деньги. Масляной бальзам. О нет, он продал пунцовый пар. Ну это ладно. Ладно, я купил твою штуку. Спасибо. Если еще одну реликвию стану. Блин, жалко, что никто не продает. Прикольно, кстати, что ты можешь ему продать, я могу купить обратно. Да, только он с этого столько баб-боссов имеет. Да? 500 он. На оценщик, блин. Не, ну если надо, типа, одной не хватает, чтобы пойти в рейд. Ну да. Прокачки, то вполне себе. Чтобы не ждать потом. Короче, я буду за кадром опять, походу, билд это смотреть без здоровья, но, походу, я буду сердце другое брать такое же. Там же даже так, что ты стран. Говорил, у нее там прикольного? Или у кого-то там что-то прикольное? Да я уж не помню. Звездный залп. Сотрясающий модуль. Ну, прикольная тема. Зерно веры. Так, самый первый. Пушек никаких новых. Пока. Пока, говорит. Ничего интересного, да, абсолютно. Ну, пчелька. Он тренирует щупальца. Взять их. Ну, тебе можно, кстати, качать всякие мутаторы на призыв, походу. Ну, я пока прокачиваю навыки, чтобы быстрее откатывались. Что я на них больше надеюсь. У меня это... Блин, у меня еще этот катана с пером. Я как индейец, реально. У меня еще эти перья тоже на голове. Перья. Дать пилу, доктор, возьмем, не знаю. Все равно качать нечего.
ничего не продают. Интересно. Не, кольца, кстати, у подруги там реально прикольные продаются. Ну да, есть неплохие. Я позалипал там. Так, ну ладно, спасибо тебе за игру. Ну давайте тоже спасибо. Может на неделю в какой-нибудь другой день, не только в среду, запустим только все это дело. Только ты, как бы предупреждаешь, ну, да. Я ничего не в отпуске. Я буду держать в курсе. Все, давай, удачи. Ну давай, пока. Так, дорогие мои друзья, ну что ж, пока на этом моменте все. Вот, у меня расписание немножко по одному месту, скорее всего, пойдет, поэтому не удивляйтесь, я буду запускать трансляции максимально рано, да, там, вне обычного своего времени, но я буду запускать, скорее всего, что-то такое, что никому не будет интересно, грубо говоря, да, чисто для себя, по большей части. Вот. Пока что как-то так, пойду отдыхать. Всем хорошей недели, следующей, да, особо не рустите. Пока-пока.